светит золотое солнце, ветви спиленного тополя. Вот оно. Надо же было такому случиться. Долго не падала сбитая птица. Ти отточила родина нож.
Квах, хватит этого, здорово, чуваки. Доброе утро. Сколько утра? Блять, забыл эту хуйню сделать. Сейчас. Всем привет. Всем привет и всем привет. Так, а что, не до конца проснулся, потому что это выглядит как настоящее утро, жесть. Таким я его еще с доброе утро, блин, с Новым годом, ребята. Реально, надеюсь, что еще отмечаете, надеюсь, что все еще заряжены, сделали все дела, которые запланировали, месяц прошел, просто уже через 11 месяцев снова эта хуйня произойдет. Немножко, чуть-чуть, как это правильно сказать, не подготовил, блядь, смешно выглядит. Доброе утро, ребята, всех предельно рад видеть. Это утро, во-первых, и это новое утро. А каждое новое утро — это повод для того, чтобы это отметить. Поздравляю всех с новым утром. Желаю, чтобы потом оно перетекло в день, допустим. Потом этот день перетек в вечер, и он будет великолепным. А потом снова будут праздники. Но до праздников, как это правильно сказать, вначале нужно дожить. Как у нас так любят говорить, знаете, может быть, слышали, не знаю, где-то так еще говорят, у нас в России так говорят, любят, дожить нужно. Будет видно, будет видно. С добрым утром всех. Так, что сказать-то надо? Жесть, реально подрубил, здорово, Андрюха, Ретрю, здорово, ща будем к Венетицу. Спасибо за теплые слова, доброе утро, ребята, очень рад. Надеюсь, что вы все в каком-то хорошем месте сейчас находитесь. Здорово, да, я кадавр, блядь. Вот. Так, хочу всех пригласить в телеграм-канал, никто туда не вступает. Хочу, видите, я еще фолловер гоу сделал, вот, чтобы потом банить тех людей, которые анфоу прожимают. Справа вчера много играл с текстом, вот выбрал такой, я думаю, это такой вот он справа наверху, если вы не видите. Это такой текст, я бы его назвал в духе вестерна, мне показалось он. Это такой... Профессионально видно, можно себе наебал этих фолловеров просто надвинуть. Так, доброе утро и день, и возможно вечер, и возможно вечер. Вступайте в телеграм-канал этот. Спасибо, спасибо. Так, сейчас, братцы, собираемся потихоньку. Че, сегодня подольше, возможно, или посмотрим, как пойдет, потому что что-то стримов много. Бодрости больше не становится. Такой шрифт намек на перепрохождение РДР. Блин, да кто, как вы помните, РДР 2 нельзя перепроходить. Потому что все ребята будут ныть, что игра долго. Да вообще я хотел очень компьютер просто собирал, чтобы РДР перепройти. Да! Можно игрофильм посмотреть, да, какой-нибудь с комментариями, например. Так, что у нас сегодня? Сегодня, скорее всего, сквозь великолепное Индии доберемся до Обливиона, чтобы Обливия не делать, я не знаю, там какой-то руфл был, но поскольку это отравили, был реквест. Вот, типа, собрался много какой-то, вот, найти какие-то артефакты. Это же игровой челлендж, ну, типа, как ты вместо реквеста просто какие-то челленджи делаешь. И там какой-то план есть, какие-то нужно айлейтские руины войти, что-то найти. Ну, короче, вот это вот вы должны понимать, что это тонкая грань между тем, чтобы вначале игровые челленджи делать, а потом, как мы вот недавно Стратива в баню ходили, но там тоже был игровой ивент. Короче, всегда сложно. Я вот в такой момент думаю, как... Другим людям это сложно дается, например, сексуально привлекательным людям, либо которые любят челленджи всякие. Как они разграничивают эту вот грань, когда я не продаюсь, а другой, когда я 1500 рублей заострил, что-нибудь такое, да? Так, сейчас, братцы, быстренько все сделаю. Не проснулся еще, хотел пораньше подрубить, потому что кто рано встает, тот что? Тот может больше времени проебать, правильно, на игрушке, это факт. Не думал раньше, это уже старость, наверное. Не думал, что утро такое хорошее время. Это продуктивное игровое время, это не то, что ночью сидишь играешь. Да, совсем все по-другому ощущаются. И игры как-то острее, да. И вот это вот эмоции, как будто бы прямиком из детства. Раньше вот ночью мог сидеть, и ничего, тоже нормально было. Так, поехали. Давайте час буквально винетиться, и дальше по реквестам, если кому-то интересно. Что там осталось? Осталось дохуя. Сегодня будет Cruelty Squad точно, или Squad, как правильно говорить. Сегодня будет Cruelty Squad точно. И сегодня точно, скорее всего, начнется Oblivion. Oblivion. А дальше уже... Ну, кстати, половину перевалили, дальше проще, наверное, пойдет. Ну, кроме... Ну, хотя хуй знает. Здорово, Шугейс, рад видеть. Как пиво, великая исполнительница, я не продаюсь, но за деньги, да. Кто это, блин? Я не знаю, какие сейчас великие исполнительницы есть. Кто у нас остался после того, как Алла Борисовна не поддержала войну? Кто остался сейчас у нас великих? Я не знаю даже. София Ротару, может быть. Так, братцы,
Инстасамка, я не знал. Блин, инстасамка, конечно, красавица. Я не знаю, как можно, блин, будучи блогером, стать исполнителем, потом ироничным. Кто продвигает таких людей? Это, мне кажется, те люди, которые... За деньги, да. Которые продвигали в свое время Ольгу Бузову, может быть. Нет, это просто удивительно, что она с моего инфорадара так и не сходит, инстасамка. Но мне ее треки реально нравились. Это манекен ей делает, я узнал специально. Может быть, ты уже послушаешь этот трек инстасамки? Да, давайте, почему нет? Как называется? Это «Я не продаюсь, но за деньги, да». Давайте попробуем найти. Так почему вы говорите, что это она? Это же манекен ей все это делает. «Я не продаюсь, но за деньги, да». Трек, это здесь и написано «Прод Мони и Кен», а это точно, бля, нет, стоп, ну тут опять это какая-то фейковая инстасамка, поскольку человек породил вокруг себя культ, спиздив все у другого человека, но завирусился он, теперь куча долбоебов какие-то подставляют свои гондонские слова и называют себя инстасамка. Дайте мне, чтобы настоящий канал инстасамки и этот трек. Привет, борода, шутка от барбера. Ну, он сказал, взрастет. И просто никто этого не заметил, кроме тебя, поэтому я так сижу. Он скажет, что это зарастет, братцы. Ну, как называется трек? Я не буду от какого-то... Я не уверен, что это ее трек. Я хочу узнать точно, чтобы это с ее канала было. Потому что здесь написано Boost Beats. Это люди подражают, они часто подражают гениальным людям. И я хочу Арик послушать. Как называется вот, да... Вот, Прод Риал Манекен. Вот это вот настоящий, оригинальный. Я уже его включал, видимо, когда-то. Возможно, мне не понравился просто. Она выглядит прикольно. Прическа это как это самое. Призрак Trust No One. Вау, так ну и никнейм у тебя. Дух любой эпохи, мой друг. Бля, да вообще-то это охуя. Не, ну вообще-то это очень иронично. Не знаю, кто эти текста пишет. Вообще-то это правда смешно. Нет, вообще-то это звучит как... Ну, наверное, это где-то спизжено, я думаю. Либо там у кого-то из этих самых. Какой-то известный афоризм. Это очень смешно звучит, правда. Я не думаю, что это придумал Риал Манекен. Хоть он и гениальный человек. Не знаю, кто он, битмейкер или кто. Муж, да? Какая разница за западный кал? Да, блин, все, это же троекратно спизженный, переваренный козди. Красота какая. А концерты запретили уже ее, да? Очень красиво. Ну ладно, мне этот трек меньше нравится. И что, Блин, почему все в Дубае? Я посмотрел, там дохуя, короче, эмиратов разных. Может, там есть какие-то эмираты без русских, ну, в смысле, какие-то другие, блин. По-любому, там есть какие-то секретные эмираты, и просто нужно искать, блин. Ну, так себе, на самом деле, да. Мне какой-то вот этот, мне другой трек нравится. Давайте послушаем. И что, и что, и что, Блин, кайф. И что, и что, Бля, этот альбом я целиком слушал, мне кажется. Это же альбом, просто вот там был этот Барт, по-моему. Ну я Тарт, это так. Рофу фото, хотел сказать. Мани-дилер, да, мне понравился этот альбом, правда. Я его целиком слушал несколько раз. Хорошо, вот если бы Анфиса сексова, у нее был бы манедиль, точнее манекен. Я не знаю, я, кстати, правда в этом ничего не вижу плохого. Альбина сексова, хотел сказать, да. Блин, за деньги, да, я понял, за деньги, да, мы с этого и начали. Ой, ну мне нравится, не знаю, мне нравится. Вот не могу ничего с этим сделать, братцы. Вот, доброе утро, ребята, всех предельно рад видеть. Приветствую вах. На игровом канале. Такое чувство, вроде бы поспал 122 часа и должно быть куча бодрости. Но бодрость почему-то не приходит, нужно подождать немного. Ща подожди, сейчас будет.
немножко воды попью. Сейчас, ребята, я думаю, пойдет бодрость. Простите, со звуком выпил. Готовлюсь просто к возрасту. Любите так, чтобы с вами сидеть и чай вот так пить. Это, наверное, потому что придуман этот ритуал, потому что жидкость обычно горячая пьют. Какой стрим, братуха? Я не готован, но за деньги, да. Здорово, Фрэнки, браку. Хуй на блюзе, йо. Здорово, ребята. Здорово, агавы. Очень сильно вас рад видеть. Мы не слышим. Но вы не вслушиваетесь, вот в чем дело. Так, давайте видосы, игры, все это потом, потому что здесь преимущественно все-таки игровые стримы, да, если можно их, конечно, стримами назвать. Поэтому сейчас будут игры, которые нахуй никому не нужны, про которые никто не знает. Вот, чтобы followers goal заполнять. Видите, я справа его добавил. Вот вчера я сидел около... Я не продаюсь, но за фолловер, да. Около 72 секунд вчера делал. Вот, и играл со шрифтами. Игрался, как у нас говорят. Красиво? Ну ладно, в меру красиво. Давайте поменьше сделаем. Побольше надо сделать. Вот так, короче. 10 фолловеров нужно за неделю сделать. Здорово, Зигунчик. Так, погнали в Венетицу. Буквально ровно час Венетицы, потому что уже просидели 16 минут 50 секунд. А ни во что не поиграно. А стрим же игровой. У нас фирменный шрифт Impact. Genshin Impact. Осталось набрать 100. Да вы заебали, блядь. Кто нахуй этот мем породил? Сука! Ладно, надо эту хуйню удалить. Кто ответственный за этот мем? Я приказываю вам остановиться. Осталось набрать 139. Блин, ладно, это смешно. Спасает эту ситуацию только то, что это чуть-чуть смешно. Конечно, чуть-чуть грустно, но... Так, братцы, с добрым... Чё-чё-чё? Вот ради этого приятно с утра где-нибудь стоять на остановке и ждать чего-то. Что будет, если наберешь 10 за стрим? Не случится, а вот это вот предстоит только узнать. Хотел сказать, нихуя не случится, но так не говорят обычно. Случится что-то. А что будет? Блин, сейчас, ребята. Но мне нужны настоящие, поэтому если мне не настоящие, они по рублю стоят, поэтому... 10 рублей в стрим я уже могу заложить себе. А что не захватывается игра? Должно быть тогда? А, я вчера проверял. Не забывайте, в выходные это самое. Если ничего не проебется и все будет окей, в выходные дохуя запланировано. И все на утро. Поэтому в Discord, в Telegram вступайте, я там закрепил. Там будет новость. Я просто не знаю, что можно разглашать, что нельзя разглашать. Если ничего такого особенного не ждите на сегодня четверг. Короче, и в субботу, и в воскресенье что-то будет, вот. Если вам интересно. Игровые события. Счетчик обновится. Зря ты не придумал. Что будет в выходные? Тебя позвали в Project Zomboid? Не, не в Project Zomboid. В Project Zomboid меня не зовут, потому что я плохо выживаю. Но в Project Zomboid меня можно взять, чтобы меня съесть потом. Игра Венетица, напоминаю. Фейбл от мира... По-разному его называют. Фейблом от мира говна. Да я шучу, на самом деле прикольный фейбл рипов какой-то. Я бы в него бы сам бы играл, но за деньги, да. Все. Я бы в него играл, но... Что-то написано... Виа Публица. Ты в стримушке даже лучше выглядишь, чем в записи, блин. В стримушке... Мне теперь нельзя всякие шутки про стримушку говорить. Я уже... Это надо... Я просто не понимаю. Надо, как и в случае с дайджестом, начинать сосать или извиняться. Это же... Я ничего не должен. Это же резон в стримушке, правильно? Мне можно по-прежнему говорить, да, все про это. Просто потом неудобно будет... Ну, надо говорить готика, Асцил, если тебе интересно, ну, либо это какая-то шутка, наверное, надо говорить готика. Мне очень карта понравилась, братцы, и захотелось поиграть в сказку. Поиграть в сказку, ребят. Спасибо, Лизон, блин, я забываю, спасибо, Лизон, от всей души, спасибо тебе за все. Куда в крипте кидать донаты? Это все, вы что, стартанули, блин? Реально все поднялись. Если что, я не имею отношения к NFT, ладно? Просто тут вопросы поступали недавно, а мы, наверное, я что-то шутил про это, да? Я более вам скажу, ребята, я не то чтобы я за крипту, но я против NFT. Вот. Потому что вас обманут там, скорее всего, задурят вас, могут вас там задурить до сих пор. Мы на низком старте. До сих пор, когда уже всех объебали, всех наебали, вас могут задурить, поэтому... Лесная хищная, ну, ходим туда-обратно. Здесь познакомились с двумя братьями, да. Один был мушкетер, а второй был не мушкетер. И их, короче, батя подшутил над ними. Оставил наследство одного, чтобы второй его убил, нахуй. Это интересная тема, я бы так же бы сделал. Чтобы посмотреть из ада, как они друг друга убивают. Ну и что там?
Не знаю, чем обычно занимаются наши погибшие родственники. Но вы бы что бы выбрали? Смотреть драку за наследство? Либо, например, смотреть, как ваш внук дрочит? Не знаю, что еще делают призраки. Да, я бы наблюдал за своей семьей. Интересно, чем они там занимаются? О, смотрите, Андрей на работу поехал. О, смотрите, мой младшенький... Слышите, чуваки. Как же интересно, даже интереснее, чем стрим смотреть. Да... А Витёк, о, Витёк тоже дрочит, интересно. А у вас что, Виталий Павлович? А я внучку что-то не вижу. Она на метро, что ли, села? А, так вы посмотрите, у Виктора Геннадьевича спросите. Он внизу сейчас. Сейчас, братцы, может быть, он увидит, что она делает в метро. Да, он увидел, она стоит, ничего не делает. Жесть. Бля, прикиньте, у призраков был бы вариант проматывать время. Она тоже... Почему против? Сделай свой NFT вместо футболок, все больше интерес будет к этому. Реально это так работает? Окей, какой маркетплейс предлагаете? Есть ребята из чата, у которых есть свой маркетплейс, чтобы я продал свои NFT. Потому что OpenSea там невозможно уже. Мы заходим с пацанами из чата на раре, блин. Да и скоро, кстати, футболки, братцы, не забывайте, если там в закрепе висит, скоро новые арты будут и новые еще чуть-чуть, может быть. Я просто не хочу раньше времени говорить, там для бустеров хуйню, скорее всего, приготовлю, вот, поэтому... Так обычно анонсирует что-то. Ну и видос рано или поздно будет. Продай свой NFT на моем Wildberries'е. Слушай, братцы, убийцы, напоминаю, это членоголовые, они из Венеции. Не знаю, тут какая-то, видимо, заложен какой-то конфликт. Они напали на мою деревню, без шуток, и они убили этого самого моего парня. Ну, я так понял, парня, но, во всяком случае, мы в губы с ним целовались. Куда я иду, они отспаунили, что ли? Вот. И теперь мне нужно в Венецию идти. Ну, я так и не понял, что мы делаем. Наверное, предать весь город огню, они же из Венеции пришли. Мою деревню уничтожать. А это бой сейчас, да, происходит? Но... Ты описал, что это Hellblade. А что, у него в Hellblade убили парня разве? Ну, смотрите, здесь, если кому-то интересно, просто еще минут 40 максимум будем играть. Ну, минут 40, сейчас где-то. Вообще, я бы поиграл в нее. Здесь скиллы есть. Где они? А, ну это я забыл. Не знаю, что здесь скачать. Ну, силу, наверное. Силу... Ладно, давайте посмотрим вообще, какие требования. Очки навыков 40. Но вот здесь меня что-то обучать должны. Владение мечом один из трех. Видите, вот физические навыки. Владение лунным коком. Сумеречная трещина. Ну и название у вас. Укол смерти. Владение коком. Блок щитом. Удар щитом. Беззвучный удар. Владение молотом. Ладно, прокачка, конечно, сводит с ума. Еще есть магические спеллы. Только я что-то их не вижу. Вот они. Берем их немало. Призрыв призраков. Ну, лучше, чем превращение в мясного жука, пока что, из того, что вижу. Ну, всякая магия, просто впадаю читать про это. Женские трусы с твоим лицом сзади, ё-моё. Или стульчики с открытым ртом. Не знаю, ребята, надо все это. Ярость предков оглушает врага, показывая ему образы его предков, бля. Кровосос уменьшает здоровье врага. Ну, видите, короче, куча магии здесь. На этом все еще предстоит обучиться. Но сюжет, конечно, ахуй, какой крутой. Но мне нужно найти артефакт. И въебать кого-то там. Ну, тут какой-то, я не знаю просто, к чему сюжет придет. Но, видимо, здесь у кого деревни заспаунились опять. Не знаю, нахуй убийцы спаунятся, если... Они уже проебали свое время, ну ладно. Показывает Том. Это ебучий, что себе. Только не образ иголка предков. Да я... Все, давайте серьезно. Только не голые предки. Блин, привет, Никита. Больше рад тебя видеть. Никита... Кита? Сейчас, ребята, не могу никак проснуться. Давайте пососем, например... Нет, урну нельзя, блядь, чуть прах не схавал. Давайте болотные жижи насосемся. Отрегеним хп немножко и попробуем потрениться с челом. Вот здесь был чел, но, видимо, здесь реально, как в реальной жизни... Либо как в великих играх. Они ночью куда-то уходят. Только не понимаю, куда здесь можно идти. Но зато здесь ночь не темная. Вот, что тоже нравится. А на чужой кровати не имеем права спать, да? Ладно, потом тут по-любому будет свой дом. Как в готике, отстоп, как в Fable.
Пока что я только на одном, на одной кровати в доме мог поспать. Доспехи есть или всегда бегаешь в эра белье? Ну вот доспехи вначале я начал в эра на очнушке разорванной. Потом я нашел шмотки. Ну это даже не эра белье, я не знаю, что это. Странно выглядит. Но нельзя шутить просто про это. Ну это, короче, у этого шмота какой-то либо херочный, либо цыганский вайб вот какой-то идет. Может, понимаете, о чем я? Короче, я уже поменял костюм один раз. В общем, это не выглядит сексуально. Это не выглядит эротично, скорее это выглядит небрежно и странно. Но как, может быть, поймете, о чем я, если играли в Risen. Ну, короче, так выглядит апогей сексуальности с точки зрения разработчиков игр. То есть, как это правильно сказать? Что-то между доступностью, красотой, ну, такой и свайбом небрежности. То есть, есть шанс у многих людей, даже у тех, которые разрабатывают игры. Не могу просто корректнее выразиться, может быть, понимаете, о чем я. Ну, короче, тот самый чуть более достижимый идеал, если так можно выразиться. Это потому что разработчик. Видно животик. Вообще-то выглядит достаточно сексуально. Доспехи, надеюсь, потом дадут. Ну вау. Сейчас поговорим с Диего. О моей семье. Но она ничего нового не говорит. Так это особенно, здоровый хиппи. Ты видишь, что ты очень похож на Михаила Тихонова. Не знаю, кто такой Михаил Тихонов, но звучит слишком официально. Не похоже на имя стримера. Кто же это? Кто же такой может быть Михаил Тихонов? Ну, был бы, во всяком случае, чуть менее, чуть более интереснее. Так, братцы. Ну, пойдемте поговорим с мужиком, он меня обучит чему-нибудь, уверен в этом. Где-то вообще видео текстура одежды, видео чулок, это же Next Gen. Ну, блин, это как тюль выглядит, да. Ну, вообще, да, выглядит прикольно. И вот это вот, наверное, тоже было сложно сделать. Ну, вот эти вот как рукава. Актер озвучки, ё-моё. Я однажды озвучил хентай. О, я ой, хентай. Было сложно, но они смогли. Здравствуйте, мы хотим обучаться. О, Скарлетт, хочешь еще потренироваться? Не, я хочу учиться, но учи меня, учи меня. Ну, не так уж плохо для девчонки, вот хотел сказать. Не знаю, что... Следующий уровень. Блок атаки врага и контратаки. Владение. Как вообще блок мечом? А, блядь. Я на первый уровень уже прокачал это. Постигнуты все уровни. Или не прокачал? Так а зачем что-то делать? Давайте просто за максимум мили-атаку. Да и похуй нам должно быть. Что? Это же должно работать, братцы. А вот это я, конечно, не знаю. Это же какой-то другой тренер? Или я могу у него же... Нужен тренер... моих спиритуальных способностей. Блин, спасибо большое за рейд. Очень сильно рад тебя видеть. Я тебе постараюсь все вернуть. Всем привет, ребята. Я играю в игре детства. Спасибо большое за рейд. Так неожиданно. Там очень опасно. Даже заволновался, честно говоря. Я даже не знаю, что и сказать, кроме спасибо. Спасибо, спасибо. Я все отдам тебе, как только время состыкуем. Спасибо большое за рейд и всем привет, ребята. У меня вкратце есть реквест-марафон, поэтому те самые игры детства, в которые вы не играли, возможно, никогда не поиграете, и никто в них не поиграет. Вот, но они были в детстве у кого-то. А в детстве, поскольку было мало игр, и все запоминалось, поэтому... Да я шучу, шучу, шучу. Но сочтемся, это факт. Если что, ребята, в первый раз здесь я серьезно не люблю говорить, потому что когда я серьезно говорю... Выгляжу еще смешнее, поэтому только дурачусь и говорю глупости. Ну а кто их не любит? Лучше только ТСО. Я просто тоже пробовал играть. У меня была, короче, долгая история. У меня был марафон... спасибо большое за фоллоу. Марафон ТЭС. Я вроде бы прошел все плюс-минус современные ТЭС. Иду после Даггерфолла. И потом хотел пройти сюжетку Моррувинда, но что-то так сильно затоксил. И как же мне не понравилось, если мы про это не говорим. Наверное, Занимак сделают лучшее ММО. Короче, показалось, что это как Genshin Impact, но с онлайном. И вот, и не играл я больше. Но я потом когда-нибудь ворвусь за... Спасибо большое за фову, привет, ребята. Так, когда-нибудь ворвусь. Ну, про ТСО, ну ладно, на самом деле ТСО мне люто не вкатил, не знаю почему, хотя я люблю ТЭС, без шуток если, я даже помню что-то про ОР, как, ну, проповеди Мимика, помните все вот это вот, что там еще, откуда Арсимеры произошли, вот здесь проходим, там проходим, просто не знаю, куда дальше по мейду идти, куда-то вниз.
Ну как арсимеры? Вспоминайте, ребята, которые любят Тесс, любят Ор. Как у нас произошли арсимеры? Значит, Боэтию кто... кто у нас съел Боэтию? Нет, стоп. Там было сложно. В общем, Боэтию поглотил... Нет, Боэтия поглотил кого-то. Потом этого кого-то выкакал. И из нечистот произошли арсимеры. Правильно я говорю? Вспоминайте, Ор. Это не шутка, кстати говоря. Пытаюсь вспомнить просто. Но вкратце, арсимеры произошли из нечистот, если может так выяснится, Боэтии. Вот. Но это только по одной из возможных трактовок. А еще я помню, что первые люди на континенте это были отморцы, правильно? И они все зверорасы подчинили мечу. И Арганьян, и Каджитов. И обратили в рабство, вот. Поэтому они все людские расы сейчас заслуживают наказания. А еще что я помню? А еще я помню, что Шизар воскресал. Больше ничего не помню. Жесть, да ладно, это может апокрифы. Но по-моему это одна из трактовок, правильно я же говорю? Я даже не придумываю сейчас. Данмиры знают, такой цвет кожи приобрели, потому что они разгневали Азуру, да? Разгневали Азуру, потому что имели дела с Нвахами. Что это такое? Так, братцы, новый появился спел. Рано подрубил, чтобы меня не было на стриме. Это так. Так, здорово, не боялся, что рад тебя видеть. Все, остальное все забыл про Ор. А еще недавно узнал, что... Киркбрайт в очень тяжелое время занимался тем, чем занимался в Моруинде. Поэтому его нужно простить. Когда постоянно перед глазами женская задница. Но я, честно говоря, меня не очень будоражит героиня, поэтому хотелось бы заковать ее в доспех. Моя душа кому отдана и сердце? Только мисс Элизабет. Мне ни одна героиня в игре. Ну, впрочем, герои мне тоже не нравились. Ну, может быть, Брэдли из игры Лиза The Painful. Ну ладно, Мона мне нравилась, обманываю. Из всех женщин в играх мне нравилась только Мона Сакс. Мисс Элизабет. Ну и все, наверное. А из героев Макс Пейн, да и все, наверное. Получается, что мне просто ничего не нравится. Не знаю, Tomb Raider мне в детстве очень не нравилось. Но я еще тогда хуже играл и был, когда правильно сказать, не намного умнее, скажем так. Я не люблю Tomb Raider. Перезапущенная вроде прикольная была первая. Но я поиграл и сразу же стух. Так, погнали, идем сюда и туда. Блин, здорово, солист. Это Винетица, но это лучше, чем Ризен. Это мод на Фейбл. Это мод на Фейбл. Ну, то есть, давайте так, ретекстур Фейбл. Да нет, на самом деле, все, что я говорю про Ор, это не факт, что он подтвержденный. Я поэтому и люблю Тесс, я с ним максимально без шуток. Потому что там очень много из разных источников на таска на Ора. Иногда можно нарваться на очень странные вещи, которые не то чтобы приняты в канон, просто никто не знает, что такое канон. Ну, Киркбрейд канон, правильно? Нет, не ходи туда. Мой кузен Дрон. Руперт, привратник, его убили. Там внутри странные твари. Демоны. Ненавидим. Их невозможно убить. Только клинок из древних преданий может ранить их. Когда он умер, ворота на берег были закрыты. Лунный клинок. Если хочешь попасть в Венецию, ты должна одолеть этих демонов. Полагаю, ключ был потерян во всей этой суматохе. На Руперте было ожерелье. Старинная семейная реликвия. Если ты сможешь вернуть ее мне, это хотя бы смягчит горечь утраты. Ну тут заготовки, но одежду она сменила один раз. Но выглядит она своеобразно, скажем так. Ну как... Ну как фем-версия главного героя Фейбл. Но при этом... красивее, разумеется. Не, ну на самом деле, без шуток, если мы максимально реально все это неплохо. И вроде как это те чуваки, которые сделали потом Words of the Fallen, я впервые вижу это все. И она вроде как даже играется, и вроде как даже прокачка есть, и, наверное, даже карта большая есть. Но не знаю, что будет дальше просто. Это тайный стрим, потому что я в Shadowbane, наверное, Чернобург. Не знаю, честно говоря, а где вам оповещение приходит обычно? В DC не было, потому что у меня отлетел бот. Не забывайте, кстати говоря, я забываю сейчас, если мало ли будете фоловить Ирит, буду признателен. Потому что это эксперт в Ори Тесс, а вы все любите Тесс. Все-все-все, то есть любой вопрос вам человек ответит.
отмеченного канала не существует. Не может этого быть. Так, сейчас, братцы. Мне все пришло в трех местах. Жесть, это почти как сталкинг. Так что не забывайте фоловить. Блин, альтабнусы, чуваки. Нельзя было альтабнуться. Это... Заметьте, я забыл, что игра не альтабается. Теперь никогда я не смогу ее обратно развернуть. Более того, будет сложно ее закрыть. Но надо постараться. Для этого всего лишь нужно зайти на другой рабочий стол, нажать Ctrl-Alt-Delete, потому что диспетчер не открывается на первом рабочем столе, и закрыть. Вы видите, не так долго. И вернуться на первый рабочий стол. Из экспертов Вори Тесс смотрю только Ашкинга. Блин, Ашкинг звучит. Здорово, Фрэнки, прокуда, очень рад тебя видеть. Спасибо, если мало ли ребята на ВКП заходите. Просто я забыл про него сам, но при этом подрубил там, да? Надо было тебе кинуть ссылку на софт, я забыл. Да не надо, я и так уже столько софтов понаставил для Request Dev. Вы себе не представляете. Я не знаю, сколько у меня троянов сейчас. Надо проверить. Ну там, наверное, защитник Windows. Я просто обычно, когда он ругается, я его отключаю, потому что ему не доверяю, правильно? Доверие достоин только кто? Нот. У Папича на днях тоже сломался альтап. И что делал Папич? Я просто пытаюсь во всем чаще браться. Пытаюсь во всем ему подражать, поэтому еще не делал, ныл весь стрим. Жесть, получается. Прямо как я. Так ладно, братцы, смотрите, здесь есть даже автосейвы, потому что игра современная. Да нет, здесь все на самом деле сделано неплохо. Ну вот, правильно, это подтвержденная информация, что ли, чуваки, которые делали Words of Fail. Ну, чуваки умеют хорошо, как так правильно сказать, здорово, Равиль. Хорошо купировать, да? Потому что Words of the Fail... Наверное, ладно, Сюрж был неплохой, соус-лайк, мне кажется. Всем привет, куда устроиться, где надо разговаривать с людьми, не стримером? Ты так любишь разговаривать с людьми? Ну я, блин, лектор. Лектором. Но при том не обязательно, самое главное, уверенно говорить. Ну, типа, ты можешь просто организовать какую-то тему, при этом я реально неиронично вижу такие объявления. Есть такая группа, короче, где люди... Я просто там вступаю, чтобы смотреть, как вообще люди знакомятся друг с другом, просто средства становятся. Люди куда-то вместе ходят. Вот они выбирают город, и потом вместе ходят на всякие встречи, на выставки, в музеи. Но я на самом деле просто, как так сказать, сталкерю, чтобы смотреть, кто вообще ищет компанию. Потому что интересно обычно читать комменты. Там бывает, когда пишет, например, Лэйди и говорит, я ищу женскую компанию. Всякие чуваки, а чё только женскую? Те же уже вроде 40. Ха-ха-ха-ха. Пора уже с мальчишками знакомиться. А чё, может, вместо музея в баню сгоняем? Ну вот такие, просто люблю комменты читать, потому что всегда смешно. Так вот, там люди иногда просто собираются. Тебе надо английские слова подобрать. Траблшутинг. Еще что-то, и вот это вместе собираются, чтобы обсудить бизнес-планы, например. Что-нибудь такое. Не знаю, зачем мне сказать. Ааа, чуваки, не могу настроиться на игру. Пытаюсь вспомнить, просто недавно было какое-то объявление, там какой-то чел. Я прям специально посмотрел, кто он, какой-то массажист. Он собирал мужчин для делового разговора относительно бизнеса, что это такое. Но это было все оформлено как джентльмен-клуб. Типа, он в такой жилетке сидел, в магазине одежды почему-то. Выглядел не очень круто и по бизнесу, и не очень джентльменски. Но они должны были собраться, короче, в мужской компании, обсудить мужские дела, что это такое. Сеттер крутой, механики расчленения, его дизайн Калкавыч. Сюрш крайне средненький, на самом деле. Ну, он выглядит зато... О, блядь, во всяком случае, он не выглядит как генерик Dark Fantasy. Сейчас такое время, что все такие вопросы даже к самому себе иногда не можешь быть уверен. Даже просто не понимаешь, что это за механика. Элой это из Horizon Zero Dawn. Вот Horizon Zero Dawn мне больше понравилось. Но Элой интереснее выглядит как... Персонаж Genshin Impact, можете посмотреть. Да любите, когда вам, короче, дают какого-то эксклюзивного персонажа реально для вашей консоли, а потом он оказывается у всех. Это как, допустим, предзаказать игру, типа реально предзаказать, получить награду за предзаказ, а потом в GOTY Edition эту награду за предзаказ раздают всем. Я всегда не понимал, а точно так работать должно?
Я же предзаказал. Можно мне мою уникальную награду за предзаказ, чтобы ее не было у всех? Ты неправильно играешь в мой реквест. Я думаю, ты будешь орать, я думаю, ты будешь ныть, я думаю, что ты будешь поливать игру говном. Да зачем мне поливать игру, ты здесь вроде нормально все. Это же не готика. Так, братцы, ну, видимо, эти мобы не то, чтобы шансовые были. Ну, либо перекатываться надо, давайте посмотрим. Ну, вот это, которое народное общественное движение. Да, недавно видел их пикет, почему-то их не задержали. Но они странно выглядят, нодовцы выглядят странно. Я помню, там какой-то смешной был чел, не знаю, старое видео, может, помните, где дороги фотошопили, хохма была. Но там чел из нода, короче, и фотошоп дорог происходил. Но мне кажется, что себя рановато, судя по тому дэмэджу, который я наношу, а дэмэдж примерно 0, да? Плюс я не научился блокировать. Не, ну, наверное, заабьюзить это говно можно, это я еще прокачал немного. Ну, хотя, стоп. Наверное, можно просто... Я живой сейчас? Что? Я просто... Ай! Еще вот, допустим, почему я хилюсь и как резнуться? Я не понимаю, что это за механика. Вот я сейчас, смотрите же. А Скарлетт погиб, но вообще осталась сумеречная энергия, чтобы залиться в игре, есть только одно оружие, способное ее заполнить. Бля, нихуя. Что за казуальная тема? И что дальше мне делать? Вообще ничего не понимаю. Вообще, братцы, блин. Ну ладно, давайте так, давайте будем реалистами. Я Сурш выглядит просто как то, во что хочется немного поиграть. Во всяком случае, потому что это типа Souls-like, но... Ну хотя бы в немножко ином антураже, правильно? Ну были какие-то еще околокосмические соус-лайки, но все они выглядели более плевотно. Ну вот понимаете, о чем я. И бля, что у меня хп-то? А, вы не видите мой хп? Бля, табаться нельзя, я не могу даже притащить. Просто у меня хп-бар там, который... Он тратится, а потом запал... Почему мобы-то... Что за хуйня происходит? Почему они встают-то? Может, это баг? Я не понимаю. Мы верим в твой хп-бар. Ну, так и работает вера. Может, я пойду дальше просто? Почему? Какая-то... Я не улавливаю какой-то механики, да? Потому что проболтал ее, очевидно, братцы. Какой-то механики не улавливаю. Или что происходит-то? Почему? Может, его проткнуть нужно? Дырануть, как раз говорят. Так, и что? Почему он встает-то? Только лунным клинком. С какого хера я должен лунным клинком кого-то убивать? Они реально привязаны. Где мне его взять? Можно я сейчас буду чистить карту? Блин, какой-то добавили каких-то сраных мурлоков, которые не убиваются. Это получается игрокау, что ли? Она так выглядела неплохо ровно до этого момента. Здорово, вам очень рад тебя видеть. Короче, надо бы тебе Сурж заказать, чтобы у тебя срака сгорела. Ну ты даст, блин, у меня срака горит только от игр детства. От Сурджа, кажется, мне похуй было бы. То есть, смотрите, в чем прикол. Когда ты играешь в Souls-like, 100% безоговорочно, это точно, абсолютно единственное верное мнение. Ты уже играешь в говно. Ну то есть, это как, я не знаю, как это, как типа намеренно провалиться в очко унитаза деревенского. То есть уже точно ты знаешь, ты это сделал специально. И там уже, мне кажется, роптать точно не нужно. Давайте будем реалистами. Тебе кузнец должен был его выковать. А, ну понимаете, обратно. А как это так работает? Он же деревенский кузнец. Он же как может деревенский чмондер-кузнец выковать супер-клинок сказочный для меня? Ровно 5 минут. Как раз ты любишь боевка ебливая, говеная, вязкая, душная, блин. Мне нравится. Хочу в Suicide Squad играть. Мне кажется, это будет та игра, которую я куплю. Ну или кто-нибудь купит, да? Или буду до последнего, блин, хочется Suicide Squad играть. Может быть, чувствуете это ощущение? По поводу боевки. Вот там, наверное, боевка крутая будет или нет. Может, она опять вернет меня в какой-то... Может, они что-то там переобуют. Это вернет меня в детство. Ну не в детство, в смысле, детство для меня... Ну сколько лет? 25 это детство. Любите, когда люди старые говорят детство, а оказывается, что тогда было 20 с плюсом. Но я в 20 с плюсом умнее был. И более зрелым. Он не будет понимать, куда идти. Так я буду туда-обратно просто ходить. У Суржика наличная озвучка должна быть на Суржике. О, нельзя так говорить, блин. Сейчас, на первом заводе пиздит робота. Ищу кузнеца, потому что здесь 4 дома, видите. Кузнец где-то здесь живет.
Ой, да ты еще пацан, Акса. Ну у вас какой любимый возраст, без шуток? Есть, может, старые чуваки есть? То есть, какой возраст считаете идеальным? Я, наверное, года 23-24, вот это кайф. А, 22, наверное. Я не понимаю, где кузнец, но он здесь стоял, чесал меха свои, да? Странно, что я этого не вижу в журнале этого квеста, братцы. Активные задания. Брат Руперт, дела на руднике, возрождение лунного коку. Я нашел волшебную руду, теперь нужно найти того, кто сможет починить лунный клинок, пиздец. А по карте-то вообще пишут, где это? Ну, кайф, да, по... Все, Эй, чем могу тебе помочь? У меня теория, что вообще все взрослые это дети, ебаные, просто сворщили. Ну, кстати, есть такое ощущение. Потом они еще впадают, не знаю, чем старее становишься, тем больше ты понимаешь. Потом они еще впадают во второе детство. Но мне кажется, после паутинника, это там уже ближе к паутиннику, потихоньку все это отмирает. Гомер Симпсон, да, это? И ведь даже без модов. Дать ему пощечину, дать ему щипцы. Я нашла твои клещи. О, прекрасно! А карамба, не было, чтоб так я успел говорил. Починить мехи. Я снова кузнец. Меха! То есть неоплачиваемый кузнец в сгоревшей деревне. Озвучка мне очень нравится еще. Чем могу тебе помочь? Мне нравятся шорткаты. Руда у меня. Теперь ты можешь починить лунный клинок? Неужели это правда? Теперь ты сможешь починить его? Починить лунный ответственность. Клинок? А перед кем уже ответственность-то брали? Ну, только перед родственниками и некоторыми друзьями. Жди здесь. Ответственность. Ого. Чем больше ответственности, тем лучше. Только, а зачем еще раз? Перед уголовным кодексом. Вот этого и так хватит просто. Ну, я не знаю, всех свои какие-то. Это бесконечный разговор, который, наверное, тоже тысячу раз, тысячу поколений кует, получается, два часа, что ли, ковал. Ну, ответственности и так хватит в твоей жизни, как и горестей. Благословенного воина. Мне выпала честь держать его в последний раз. Перед кругом воды, да? Возьми его, и пусть он принесет тебе больше облегчения, чем горя. Спасибо, я готов идти. Что я должна сделать? Откуда он знает, это же какой-то лох. Теперь у меня есть лунный клинок. И что с ним делать? Маши. Уверен, что это оружие может уничтожить демонов. Что-то демоны. О которых говорят люди. Ну, этих тварей. На горном пути в реально, это был переход в Венецию? Можешь опробовать клинок на этих чудовищах. Понял. У тебя хватит духа сразиться с ними. И, может быть, удача снова будет на твоей стороне. Чтобы найти дорогу в Венецию, следуй по указателям. Прекрасно. Мы будем ждать тебя у входа в пещеру, ведущую в Венецию. Увидимся там и не забудь этот клинок. Смотри, не продай его ненароком. Она же не ты, Нисто. Жесть. Теперь у вас есть лунный кок. С ним вы сможете убивать бессмертных существ, накапливать сумеречную энергию, которая позволит вам возрождаться после гибели. Вот это кайф. И что, мне его нужно экипировать? Или что с ним сделать-то нужно? Он сам экипируется. Лунный кок. Урон 0. Продать за 40. И как его экипировать? Никак, что ли? Только если у меня будет лучший клинок. Или что? Оливия Уайлд, блин, Оливия Уайлд круто выглядит, но она не похожа на Оливию Уайлд. Ну, лунный клинок странно выглядит так, как будто ты его достаешь и можешь себе перерезать какую-нибудь вену. Вау. Я вообще не знаю, ответственность, тут все это бесконечный разговор, сейчас я уже знаю, чем пахнет этот разговор. Дальше он должен перевалиться в Child Free еще во что-нибудь. То есть разговор тысячу раз, который был. Ответственность, не знаю, ну то есть за что ответственность? У тебя ответственность, как правило, за свои слова нужно отвечать. У тебя ответственность сама по себе на тебя наваливается. Не бывает такого, что все безответственно. Сейчас будет какая-то очередная хуйня про... Вот, сейчас современные люди, они стали инфантильнее, потому что они в компьютер играли. А раньше люди было... У меня вот батька уже первый срок в 16 лет отсидел. Что-нибудь такое. Ну то есть, на самом деле, все это было всегда, блядь. Здорово, Ninja Number One. Все. У меня основной, то есть, вопрос какого-то обсуждения на стриме без, что все это уже тысячу раз было. То есть человечество нихуя толком не продвинулось в этом. И все, всегда эти разговоры были одинаковые. Что типа поколения меняются, все меняется, страны меняются. А на самом деле вся одна и та же хуйня, и все всегда жили одинаково плюс-минус. Просто уровень жизни растет и меньше там. Например, теперь не умирают в 35
не знаю, от панкреатита, и то не факт. Ну, мое мнение, не знаю, поэтому... Так, братцы, ходим туда-обратно. Ответственность за слова, да мне кажется, за слова всегда нужно отвечать. Плюс-минус. То есть как, если даже тебя заставят за них ответить все равно, рано или поздно. Спасибо большое, New Folk. Ладно, погнали обратно. Не знаю, мне, честно... Симпатичная карланша. Ну, блядь, че, вот, понимаешь, она стилизованная, правильно? Нельзя говорить, во-первых, карланша, но она стилизованная. Ну, то есть, ну ладно, то есть то, что ты сказал, мы... Все, ладно, нельзя про это говорить. А на ВКП можно было. Ну, короче, она выглядит как лилипут. Ну, мне все, понял. Я в эти дела не лезу. Хорошо стилизовали тогда. Это безымянный, просто прохожи через портал. Ладно, смотри, братцы, что я отвлекся. Попробуем понять, здесь какой-то перевал есть. Нельзя отвлекаться, нельзя отвлекаться ни в коем случае. Смотрите, дела на руднике. Возобновить добычу руды, что? Это где находится? Хуй знает где, да, это находится. Ё-моё, это далеко очень. Другой тогда берем. Мне карта нравится, вот что мне точно нравится. Это карта, карта красивая. Брат Руперта. Вернуть ожирение Руперта его брату. Тоже рядышком, а что еще тут есть? А, понимаете, просто вперед. Я так понимаю, что там, где нам не будет не выйти, мы не выйдем. Здесь какая-то есть дырка в скале, в которую нужно забуриться. Вот, плющевый ручей. Блин, захотелось какую-то сказочную игру теперь поиграть. Доживание пройдет. Бля, когда будут игры новые? Не будет, да, выходить новых? Так, и здорово, Зарика, очень рад тебя видеть. Готи, стоп. Ну, новые игры какие-то не будут выходить. Или давайте уж обсудим... А вот, допустим, игруха выходит, Atomic Heart, там стрельба хуйня. И, но игра вроде новая, и там какие-то образы такие интересные. Я думаю, что сейчас можно поиграть. Вы как думаете, игруха хуйня или... Вы как думаете, игруха хуйня или коронавируса не существует? Я вот что-то хочу в Atomic Heart играть, но мне не нравится, как там стрельба выглядит тоже. Но мне настолько хочется поиграть в игру, что я даже не смотрел, что там стрельба плохо выглядит. Так играю в эту хуйня, это ясно же. Коронавирус или... Ну здесь я был, да, братцы? Просто руду забраться собрали. Ну вот скоро выйдет Хогвартс тоже, как такая себе сказочная игра. Блин, в Хогвартс... А там можно на одном аккаунте несколько делать этих самых... профайлов? Здесь я вроде бы все зашклирил. Там еще был какой-то квест, что руду нужно кого-то принести. Но это, видимо, дополнительный квест. В эту я не буду играть, потому что я не могу. Я не могу играть. Здорово, Фирюш, рад тебя видеть. Я не могу играть в то, во что я сам хочу, потому что это правило этого стрима. Здесь ты наказан. Здесь ты чувствуешь себя вечно недовольным. Здесь ты должен постоянно токсить, постоянно ныть, портить настроение себе и окружающим. Правильно я говорю? Потому что кайфовать от игр... это кто будет оплачивать? Кому интересно видеть человека, который радуется чему-то? Всегда, это же как трэш-стримы. Всегда хочется, чтобы человеку было не приятно, чтобы он сидел грустный, залился, что-нибудь тупое делал, либо отвратительное. И от этого мы получаем удовольствие, поэтому и вы, и я. Это правило стрима. Недавно случайно у меня в рекомендациях теперь лесная хижина, брат, стоп, не понимаю, как здесь пройти. Дон Симон теперь вылезает часто, это все. Просто вы должны понимать, что своего радара он пропал очень много лет назад. Я буквально один видос видел, там был идос под эгидой того, что он... Как это называется, чел с обзорами на еду. Он типа с ним познакомился и стал его поднимать из пучин какого-то, не знаю, хиканских отклонений. Учить жить, вот. А потом я посмотрел, он... Дратгоу на позитивный стрим. Все, братцы. Нахуй меч. Он скоро выйдет черно, играемся от пуза, ё-моё. Привет, Рафилин, спасибо большое. Ты тоже мой любимый, можно так говорить? Я просто не знаю, в каких мы отношениях. Коринирно, кстати. Ладно, чуваки, только не злитесь. Я не понимаю, как пройти правильно. Видите, здесь тупик. Получается, вот здесь с проходим. Я просто этой дороги не увидел. Немножко просто мини-карты. Видите, расправа вроде бы удобная, но если бы ее отзумить можно было. Дон Симон топ, правда, он сейчас в рехабе. Ой, я... Ну, короче, это про трэш-стримы. Я просто все это... Давно их не смотрел, видимо. Ну, живут же люди. Хогвартс, самый главный вопрос меня интересует. На одном аккаунте с Тиам можно вдвоем играть или нет? Или я должен себе тоже Хогвартс покупать? Просто мне что-то свой аккаунт я не хочу в Казахстан переносить. Или мы про это не говорим? Просто я не уверен, что это можно делать. У меня там много игр.
Просто я пока не в Казахстане, поэтому... Вот. Чё-то не хочу. Может... Мне и так нравится. Так хотя бы можно официальные игры не покупать. Спокойной ночи. Вот ты где. Слушай, это, похоже, невозможно. Как невозможно? Твари внутри пещеры ни одно наше оружие не берет. Тварь! Вот. Если у тебя нет в запасе чего-нибудь особенного, мы до Венеции ни в жизнь не доберемся. Да ё-моё, хочется до Венеции хотя бы добраться. Дон Симон. Бэксидский геомастер, тут сейчас пройдем игру. Почему тут? А, не, это какая-то другая игра. Не, здесь Бэксид, кстати, не особо нужен. Ну, блин, вообще мне нравится Гарри Поттер без шуток. Ну, в детстве нравится больше. Но магия там упрощенное говно, но она и должна быть такой, потому что она... То есть она прописана. Вингардиум, Левиаса, Вингардиум, Кокосак, Перпетум, Мобили. Ну, я рофлю с какой-то хуйни, что какой-то любой чел... Ну, типа, надо... Не знаю, где они, там же маленький пул заклинаний, но может потом расширяется в дополненной вселенной. И типа просто нужно правильно силой прокастовать, и можно въебать кого-то. Ну въебать нельзя, потому что это смертельный навет. Ну короче, механика магии в Гарри Поттере мне не казалась сильной стороной вселенной, но... Наверное, вау, поздравляю с его лапой. Но для детей, я думаю, самое то. Я бы по ганду, на гандуле, да с гондольером. Пробовал мороженое винетто. Я, честно говоря, мне нельзя мороженое, я толстый. Но я недавно пробовал Баскин-Робинс. У нас раньше, помню, первые ресты мороженого открывались в городе Баскин-Робинс. Теперь все закрылись. Но теперь их нет. И можно на Азоре купить Баскин-Робинс. И вот он назывался бейсбольный какой-то там. Нужно пройти через дверь. Легендарное может мороженое, которое придумали бейсболисты. Если нет, мы сами забыл название. Короче, любите всякие сорта мороженого. Вот у нас пломбир 20 копеек, или сколько там он раньше стоил, 0 копеек в Советском Союзе, а у них поставили какие-то легендарные сорта, которые кто-то придумал. Просто я только недавно смотрел про известных... Ну и лицо у него. Про известных каких-то чуваков, забыл из какого города они, я ничего не помню. Ну какие-то два, короче, селфмейд миллионера, которые сделали свое ахуй мороженое, а потом продали франчайз за 100 миллиардов долларов, и теперь просто... кайфуют. Выкупили за... Ну как там, Рон... Короче, два мужика, Нерон с Джереми. Выкупили заправку и сделали свой бизнес. Ну короче, чуваки вот эти вот, American Dream чуваки. Но только единственное, что они американцы. А это вчера было, да? Нет, стоп, этого не было вчера. Тут нужно, короче, подобрать отмычку. Я так не понял, что это за механика. 300%! Хорошо, можем двигаться дальше. Они взломщики. Фисташковые. Ну короче, что, невнятно, не могу, чуваки. Сегодня только шизофазия. Ну, в общем, мне нравятся всякие ебачи в труханах, что ли. Всякие сорта мороженого разные, которые придумывают. И вот у Баскин-Робинс такое же. Только я коробочку выкинул, там было что-то с бейсболистами связано, и название бейсбольное. Типа и по легенде, там что-то там вот, там что-то. Согласны? Нет ничего вкуснее простого, натурального советского пломбиру. Из молока. Не знаю, мне пломбир не очень нравится. Люблю всякие штучки там, орехи, посыпки, легенду. Что-нибудь такое. Почему нельзя придумать какое-нибудь? Ну как есть, допустим, вино, которое нравилось Сталину. Какое-нибудь мороженое Сталина. Стальная воля. Лично. Клюква, что он там. Ну что бы еще мог любить Сталин? Клюква. Больше ничего в голову не приходит, братцы. С привкусом крови и железа, что-нибудь такое. Я бы такое делал, чтобы ребята реально им бы нравилось. Поживые ребята, сталинисты. Это такой быстрый, я больше уже не... Все, да, здесь две локации, буквально деревня и Венетица. Ну, ё-моё. Ну, так нечестно. Клюква в меду. Я люблю фруктовый лед. Бон-Пари с шмышками, прикольная тема. Все, что у Макдоналдса нет, теперь это... Ну ладно, я помню только рожок, а что там осталось еще? Рожок-то можно купить? Вот в мое время, когда еще американцы владели, можно было рожок за 10 рублей купить. Блять. И он такой огромный был. И 10 рублей платишь американцам. И они тебе дают мороженое, а сейчас что?
Где сейчас это? Все разворовали, все. А, хуй знает, идти куда. Погнали, ну идем туда, клюква по меду. Все разворовали, все украли, все не так, все хуево. В мое время чизбургер американский 14 рублей стоил. Так было хорошо. Заходишь в Макдоналдс, 7 таких берешь. Магистр Дервиши, ё-моё. И туда вошёл. Ну же, помогите мне. Я не могу, я занят. Так что, я не понимаю, вся винетица поделена между убийцами или что? А, сейчас какой-нибудь склад уже будет, раз мы по времени не проходим. Может быть, потом вернусь. Моё время дала, был по 30. Так он же уже был, стоп. А в моё время и по 130, и по 30, да. Отлично, он готов. Заебал их, пиздёшь, слушайте. Самые блевотные персонажи, которых я только видел, честно. О, реальность это. Похоже, это работёнка для тебя, милый кузен. Не понял. Для меня? А то. А я то. Же знаю, что тебе приходилось на ферме руками работать. Тебе ли не знать, как расчистить путь? Ну да, ну да. Поторопимся. Там ещё убийцы. Только не убийцы. У нас был доллар по 6, кого мне говорили, нельзя было обменять нигде. Но они выглядят странно, бля. Вот вошел, ладно, это какой-то, вошел внутрь яка. Это два брата, короче, они... Один фигляр, а второй работяга, я как-то так понял. Вау, реальность это? Ну, вообще-то реально неплохо выглядит. Второй раз? Такой-то, ты получается гений с полифазным сном. Спокойной ночи, спокойной счастья. Вау. Ну ладно, на самом деле интересно. В меру интересно. Здесь, наверное, будут разные районы города, да? Ну, пойдемте смотреть. Пойдемте смотреть. Один фигляр, второй футляр. Я не спал 18 часов. Ну, я так тоже бывает. Наверное, чем-то интересным занимался. Бля, вот так па-па-па. Обернись! Кто из-за сумма? А, так она умрет и воскреснет, в этом прикол. Ну, бля, че, брат, ты был. А почему ты братишку не спас? Пиздец. Спасибо, обе ноги. Он убил своего брата, но это из-за наследства, я так понял. Жесть. Сука, убийцы, за что вы боретесь? Зачем такая шапка, так одеваю? Ну ладно, на самом интересном месте сейвы остались. Надеюсь, скоро вернемся, чтобы побольше уже реквесты закончить. Потому что я говорил, не забывайте, если мало ли кто в Discord, в Telegram вступит, буду признателен. Но игра на самом деле хорошая. Правда, я только пролог прошел. Я надеюсь, что два этих брата выжили все-таки, братцы. Надеюсь, что они не умерли. Так, сейчас, чуваки, 5 сек. У нее взгляд... Ты же спать пошел. Но взгляд у нее как... У этой самой, как называется. Ну, у этой. Забыл. Так, дальше у нас что на очереди? Дальше... Пытаюсь просто посмотреть, что у нас дальше. А дальше, ребята, начинается самое интересное. Cruelty Squad. Правильно? Я готовлюсь, я всех предупреждаю. Но, ё-моё. Ты думаешь, что... так, как у Саши Грей. Ну, у Саши Грей, вы понимаете, что ее взгляд, как правило, правильным мейкапом, да, подчеркивается. Либо неправильным, а таким. На самом деле, у всех взгляд примерно одинаково выглядит. Просто правильно нужно делать мейк. Так, дальше раз... Да я пытаюсь вам захватить. Сейчас, братцы, не забывайте. Реквест-марафон, который растянулся на много-много-много лет. Так, что у нас дальше?
Cruelty Squad очень вам понравится. Я уверен, каждому из вас понравится эта игра. Потом у нас Oblivion, какая-то хуйня с артефактами, которую я не знаю, как приходить, но там где-то гайд есть. Когда в какой-то данж я, короче, войду, потом запустится квест, а если я его пройду, то пройду, если не пройду, то потом будет код Вероника, это уже не сегодня, потому что он не готов. Предположительно будет, если я нормально с симуляцией сегодня разберусь. Всем пока, вернусь через год на марафон гонщики. Всего доброго, спокойной ночи. Ервяк Джим, Дом Кипер, Ксенус, Белое Золото, Journey to Savage Planet, Batman Forever, и там потом еще от Тротива много реквестов будет, увидите. Это уже такие, они ближе к финалу будут. Будет целый день великолепных Genesis игр. Demolition Man, Another World, Gamefire. Короче, такая плотная ретро-накачка. Так, погнали, Cruelty Squad. Cruelty Squad — это культовая инди-игра, про которую знают не все, но она снискала, как это правильно сказать, популярность среди любителей инди. А заслужить популярность среди любителей настоящего, авторского, художественного инди не так просто. Это вам не сделать, допустим, ебаную игру про кота, да, в киберпанке. И сказать, вот оно, вот как выглядит настоящая инди, сейчас я вам покажу. Это как игра про кота, только от мира инди настоящего. Топ за свои деньги, а сколько она стоит? Что, из-за нее еще платить нужно было? Ё-моё. Ну-ка, сейчас посмотрим. Cruelty. Что такое Torchlight? Что? Torchlight Infinite? Torchlight? Нет, ты не понял. Как может быть Torchlight? RPG Torchlight Infinite является преемником отмененной игры RPG франшизы Torchlight. Надеюсь, что это какой... Бля, нихуя такое арт-говно, да? Надеюсь, что это Battle Royale. Давай, не говно, не говно. Это что, моба? Вау. Это что, моба? Вау. Это что? Это что? Это что? 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 Что это? Вау. Я не понимаю, что это. Это мобильная хуета. О, мне нравится. Ну как Diablo Immortal, да? Я считаю, что Мэтт продолжает стримить. Это вообще кощунство. Он только мешает всем нам, да? Когда он уже окончательно перейдет в формат киберспорта на киберспорт.ру. Выглядит ахуй, согласен. Ну ладно, я бы в Torchlight поиграл. Но не в такой, наверное. Ну ладно, Torchlight оригинальный тоже не очень хорошо выглядел. Красиво. Какие там еще? Я просто давно в Steam не заходил, потому что в Steam обычно все игры не могу купить. Ой, что? Это кайф. Firestone Online, надо в RPG. Вы играли уже в кликеры и вайдлеры. А че? Нихуя, что за игруха, блин? Это порно-игра, да, Тёмка? Многопольский фэнтези с механикой айдол. Собирайте героев, магов и улучшайте навыки и снаряжение. Сражайтесь в ВФК-битвах. Кликер с мощными боссами в режиме PvP. Бля, описание игры вместе с Эмэнзи выглядит охуенно. Ну что, играл кто? Какие подводные камни? Но я видел рекламу похожих игр, там какая-то странная, помните, реклама была? Типа, спаси девчонку, ее насилует орк. Здорово, Дэвич, нравится, видите, какие-то странные вайбы шли. Ну, может, понимаете, о чем я? Ого, выглядит люто хуёво. Ну да, так это и выглядело тогда примерно. Что такое дизайн у ёбища? Это реально какая-то, как правильно сказать, какая-то новая мета такого арта. Блять, нахуй он так выглядит. Притом я даже не понимаю, что это за стиль, он похож. Ну помните эту игру, которая, блядь, реклама этого говна везде была? Типа, в отличие от какой-нибудь викингов и какого-нибудь говна от Плариума, она реально выглядит как, короче, ну как называется? Ну вот тёщин язык, вот все вот эти вот вонючие карикатуры, которые были из этих журналов, помните? Ну просто как люто уёбищный кал. Ну вот понимаете, о чем я? Как так может быть? Это все рейд. Ну, блин, в рейде хотя бы арт-стиль нормальный есть. Как у рейда тот арт-стиль называется? Смесь говна и мочи. Схоже с тем, во что вы играли. Бля, как же Steam пиздато рекомендует? Куки-кликер? Ark Survival Evolved. Как смешать куки-кликер и Ark Survival Evolved? А вот так. А вот так. Что это за игруха? А, это я знаю, это та хуйню, которую сделал один человек, и она говно, ну, поскольку есть... Это она, да? Блять, чё это нахуй? Один человек игру сделал, или это не она?
Заткнись! Зитсиок, тещин язык. Или не она? Здорово, Синая, рад тебя видеть. Ладно, может, это не та игра, я не знаю, честно говоря. Па-па-па-па, девчонки, блин. У нее Cyber Rabbit Shell. Вау. Ну и DLC, Rabbit школа, вау. Обожаю пиздатые DLC. Introducing Trun Rendering for PC. Ну кайф. Че, про что игра-то? Можешь узнать? Понятно. Музыка не нравится в трейлере. Я, наверное, перепутал. Я помню, была помните, какая-то ебаная Final Fantasy, которую делал один чел, и все такие, вау, ты делаешь игру один, круто. Ну, типа, не знаю, как это объяснить, все такие. Для одного человека неплохо, я буду играть в эту игру. Поучиться бы всем у одного человека, как делать игры. Но это как если не знаешь, чем представить. Ну, как знаете, бывает конкурс детей, типа, и они делают для детей неплохо, но... Типа, и все такие, о, пизда ты поешь для ребенка, о. Ты крутой, но для ребенка, у Mortar Shell. Я просто не понимаю, что из этого нового? Баратравма. А где новые игры-то? Gatewalkers. Rust. Новая игруха. Популярная и рекомендуемая. The Wower. Давно просто. New Class. Вот Baldur's Gate. Ну так а когда будем залетать? Все еще, братцы, смотри, что я занимаю ваше время. Просто пытаюсь понять. Portal. Популярная и рекомендуемая. То есть так витрина формируется. Это я открываю магазин. А новиночки какие у вас есть? А как теперь отличить новые игры от старых игр? Наверное, все для моего просто региона закрыли. Новинки, ебать. Ни разу просто в магазине заходил. Это выглядит прикольно. Че, реально кто-то заходит так в Steam? Русский Steam это инди-магазин, а? Это факт. Брат Хелл, блин, наверное, лидер продаж среди новинок этого месяца. Ну посмотрим, во что ребята играют. Ну, я так понимаю, что это симулятор борделя, бордель тайкун. Идею игры мы этой вынашивали много лет, но... Так и не выносили. Сколько, бля... А, это One Piece. И чё, а русский не должно быть? Есть, а чё так... А трейлера нет, что ли? Нихуя себе. Вот это внимание к мелочам. Ну, в такую игруху бы я сыграл. Вот. Новая RPG на базе мира прославленного... Блять, это... А русский там такой же будет, надеюсь? Редактура ахуй. Новая RPG на базе мира прославленного аниме One Piece. Вот кто может эту... Или это какие-то доебы просто? Вот кто это написал? Новая RPG на базе мира прославленного аниме One Piece. Играйте за члена. Соломенную шляпу в мире One Piece. One Piece. Новая знаменитый пират Манки де Луфи, более известный под именем Луфи Соломенная Шляпа, и его команда отправляются нахуй. Ну, я написал еще, я не знал этого. Я бы поиграл в эту игру, на самом деле. О, брат, смотри, что я занимаю время ваше, что-то не могу никак настроиться. Вот это что-то прикольное, а что это? Необычная игра, в которой головоломки вплетены в загадочный немного пугающий сюжет и приправлены уникальными стильными иллюстрациями. Ну, вообще-то... Заиграю, это моя, это самое. Это мне рекомендуют. Ну, я так понимаю, что это Rusty Lakes для бедных СРГ ребят. Ну, вообще, на самом деле, неплохо выглядит. Сори. И музыка неплохая. Фэнтези и в Абнормальте. Ну, ждем, когда TS5 будет стоить. Ну, кстати, я в него поиграл, без шуток. Просто надеюсь, что чел, который ее сделал, челы понимают, что Rusty Lakes подразумевает гиперказуальный пазлинг. Понимают? Вообще-то прикольно выглядит. Товар получен бесплатно. Ну, вообще-то... Интересно. Надо не забыть ее. От таких игр приступы паники. Ой, не надо бояться. Мы же вместе, ребята. Значит, рекомендации прикольно сработали. А что еще есть? Это рекомендации, блядь, я включил новинки, да? Рекомендуемые новинки. А что мне еще рекомендуют? Ну, это проебли что-то. Это же такое инди-слайс, ё-моё. Это тоже какой-то айдлер вонючий, потому что я в куки-кликер играю, да? Плохие детки. В основном пользуются друзей, желающих эту игру 2. Ну там какой-то арт вроде интересный. Бля, давно я в Индии не играл.
Показалось, что интересный. Is an adaptation popular susei. Не надо мне. А можно запретить? Когда будет русская локализация? Чего Farway? А, Farwayander, кстати, вот это про сады, да? Или они это. Сука. Ну ладно, здесь выглядит как слишком сложно. Хочу, короче, игру уже такую находил одну, где надо сады выращивать, вот. На Марсе что-то такое есть, у меня она отложена, еще что-то. Сейчас, чуваки, буквально секунду мне дайте, что-то залип. Хочу посмотреть, куда этот слайдер. Слайдер прыгания по гаражам. Это новинки все? Мазерцу... Вау, это пизда... Это Айдлер? Вот это кайфуха! Ладно, нельзя на таких залипать. Айдл... Ну я... Потом посмотрю, что это. Ладно, только не злитесь. Чел, поэтому у тебя рекомендации такие. Хорошая пицца. Пицца, отличная пицца вам, понятно. Супер лесбиан Animal RPG. Ё-моё, что за игруха. Это тоже для меня такое? Красиво выглядит. Инди-ролевые игры. Блин, ну тут русского языка нет. Super Lesbian Animal RPG. The game about love, anxiety and fighting funny looking monsters in dungeons. It follows the stories of Melody, her girlfriend Allison. Мне нравится такое. Надеюсь, вы мне загифтите, чтобы я ее постримил и вам Twitch закрыли. Это было бы здорово. Это лучшее, что я бы сделал в своей жизни. Чихни Метроид про хищника. Да не им как бы хищник в Метроиде может быть. Dungeon Master RPG, давайте посмотрим. Бля, русского не будет здесь, но... Ё-моё, чаще браться. Муадра. Ну, кстати, да хуй знает. Но прыгает он как в Битроиде, да, это факт. А, я же могу на большом экране, если забываю постоянно. С экраном захватываю. Так это не платформер. Это Метроидвания. Или Метроид. Можно ли Метроид называть Метроидванией? Да могло бы быть и неплохо, но, наверное, это какой-нибудь, не знаю, не китайский кау, это, наверное, нет. Но я, мне кажется, ни в один Metroid, либо Metroidvania уже не буду играть, если я не буду понимать, что это пиздато. Потому что мне блевать хочется уже. Metro Metroid. Не знаю, вот пускай по рту будет что-то хотя бы уровня Blasphemous, и тогда поговорим. Но этот он с кровякой, какой-то дает на самом деле вот этот вот пэкситерский гигер вайб небольшой, не? Потому что вся серая. Засади, сегодня нашел Silent Hill этот, ё-моё. Хуй знает, поиграл бы, если бы русский язык был бы. Без русского языка еще вообще не хочу играть, я делаю лишь английский знаю. Когда можно? Ну это надо... А, ну хотя реальный Silent Hill. Пиздец, а скоро таких игр до хуя будет, да? Ну это прям реальный Silent Hill. Это вот ту игру, которую я бы делал. Погнали посмотрим. Не знаю просто, насколько эти игры дорого делать, но я бы делал такую. Скорее всего, не очень дорого. Wake Heaven, Chrysalis. Ну там же уже целый издатель есть, который издает такое, да? Смотрели недавно, там все вот эти вот игры есть. Детектив Зак Рейнольдс. Да ну вообще-то... Я хуй поиграю, конечно. Рофл-рип-офф. Что случилось с Элеонор Робертсон? Я ебу? Я чё, бог чё ли? Как бы спросил ему. Это я пока ещё и наш любимый Триан Пякс. Ну так и должно быть, но... Я бы такую же игруху делал, но про в ребёнка, скорее всего. Это шоу, а это ключ. А это книга. А в книге может быть секрет? Все страницы пустые, хм. Нихуя, и пазл с часами на месте. Тут гном, а тут лепрекон. На что будешь давить? Так что случилось с Элеонорой?
Ну, ждем тогда прайс-дропа, и за 10 рублей карточки будут, и за 10 рублей. Кто-то еще следит. Кто-то еще следит за играми. Вообще неплохо выглядит нас. Но я бы лучше, на самом деле, если захочется во что-нибудь поиграть, мне кажется, проще еще раз резик пройти. Блять. Я постоянно это говорю. Silent Hill первый, вот, хотел сказать. На какую-то на собачью концовку. Так вот, братцы, погнали в Cruelty Squad. Игра сразу же как раз инди вспомнили. Я вот с этого и начал, что игра это настоящая инди. Это не это ваше, и не то ваше, и не через то ваше, а настоящая инди, в которой играть непросто. Помню, была такая серия книг, там еще все было, короче, шрифт был инвертирован в названии, то есть так называлось, читать непросто, и там были всякие гондонские ебаные книги, которые не хотелось читать, и читать их было реально непросто, но иногда были писатели, которые мне нравились. Так, я хотел посмотреть, сколько Cruelty Squad стоит изначально, склад, она что, фри-ту-плей, знаешь, или почему вы про цену говорите? А потом залип на витрине, Cruelty Squad, 435 ребеллионов. Но я, кстати, не знаю, почему она такой вирусный стала. Хотите страницу в Стиве посмотреть? Ладно, давайте не будем вам спойлерить. Все это я уже... Я 7 секунд играл в эту игру и могу вам сказать, что это... Я знаю, что это. Играть непросто будет, возможно. Ну, вайб какой-то, наверное, правильный дает. Индусская, так нельзя говорить. Индийская, можно говорить. Сейчас, братцы, я не понимаю, в какую папку я купил-то все это. Где мой ярлычок? Где мой ярлычок, я вас спрашиваю. Вы слышите меня? Где он? А, вот же он на рабочем столе. Купил на рабочий стол, получается. Наверное, надо было поменять на Века Плей, да? Или я поменял? Все сделано. Так, ну погнали. Киберпанк, которого все бы заслужили. Но что-то в духе мягкой машины, я надеюсь, будет. Ау-ау-ау. Это был... Это я, разбудил тебя от твоего депресса. Слышу, тебе было не сладко после ухода и отряда смерти, Сэк. Такой объебавшийся лузер, как ты, мало что умеет, У меня есть хорошие новости насчет твоего трудоустройства, блядь, телек на полу топ. Это тип работы, что ты любишь, однако надо будет подстроиться под корпоративный склад ума. Я создал тебе аккаунт на MyWorld. Начинай, когда захочешь. Я понимаю, у тебя уже есть экипировка и... Еще тебе придется логиниться в конденсирующее приложение хотя бы 15 минут в день, бля, опять работа. Нам надо, чтобы твой разум был загрунтован и чист, чтобы не психовал, ясно? Вроде это все, удачи на новом карьерном пути. Цитгейм Интипуб. У него 9 отзывов в Стиме, кстати. Я не знаю, как они завернулись, но, видимо, что-то есть здесь. 9. Настройки. Начать. Или начать. Да начать. Цвет крови. Красный. Громкость музыки. Максимум. Импут. Что как... Я не буду ничего трогать, наверное. Общее время игры. Слишком много настроек, как в симуляторе в каком-то. Начать. Фармакок Кинетикс. Начать задание. Фондовая биржа. Здесь можно, короче, как и в Куки-Клике, видимо, покупать всякое. Я не знаю, что покупать, что продавать. Решение для фермы 22 века. Колеса к этой игре прилагаются, надо отдельно покупать. Мы на всякий случай осуждаем, блин. Ну, кроме того, что в аптеке можно купить. В аптеке, я думаю, проверенное лекарство. Поэтому... Здорово, Наташа, очень рад тебя видеть. Мы не проходим игры здесь, потому что игры проходить — это себя не любить, правильно я говорю? Мы их просто оцениваем. Ну как оценивают треки, ребята, сидят и треки рэперов оценивают. Привет, Наташа, очень сильно рад тебя видеть. Так, давайте посмотрим, что у нас. Что нажимать надо? Игры хал, ладно, не все так можно оценить. Некоторые есть хорошие. Азис любви и дружбы. Так что, ребята, как играть, братцы? Ну погнали. Все прямо. Ну а если...
Ну а на самом деле, похоже, у нее 9 отзывов в Стиме, можете посмотреть. На самом деле, популярный инди, не понимаю, в чем прикол. Но какой-то бирозовский вайп, наверное, есть. Но я в это говно... А, не в говно. Меня, мне кажется, в такие игры уже доигралось тоже в свое время, поэтому... Посмотрим, что есть здесь. Но меня качает пока что. Выглядит она реально, ну, сложно для понимания. Я не знаю, кого здесь... Я работаю. Стримы по играм Хав, это факт. Я работаю или нет? Я просто не знаю, чем я занимаюсь. Перезарядка. Ну, наверное, надо учиться потихоньку. О, нихуя, я секрет нашел, прикидывайте. Не знаю, где задание мое. А ту секунду поиграл, уже говно. О, нихуя. Так и нога у меня, блин. Вау. Надо было прочитать. Я же просто на работу пришел. Голубая фишка на рынке охранных услуг. Органы, рыба. Ну вот я знаю, что надо акции покупать. Вот это что такое? Сфинктер, Ураборос. Я просто не понимаю даже, что наверху, что из этого что. Да я думаю, на ходу разберется, что играючи это можно назвать даже. Он школа экстеда, это правда. Потому что я хотел быстрее на работу пойти. Найдено 1-0-0-0. Тут очень странный хат, короче, как в Доте, помните? Его нельзя... Токсичник, блядь! Токсичный кризис, ребят! Токсины впрыскиваются в кровь. Ща-ща. Блин, нельзя было падать. Выглядит, как будто игру придумал ты, без негатива. Такую бы игру я примерно и делал, без негатива, без шуток, то есть. Только арт был бы более уместным. Ты автоматон из плоти, анимированный наномистерами, бля, наносмиттерами. Начать заново. Войти в выбор уровня, через за уровни. А если любви и дружбы, бля, это первый. И знаешь, что сделать? Фондовая биржа, экипировка. Ой, блядь, а на пенис что можно поставить? Давайте посмотрим. Я пока что ничего не могу купить, но член здесь биомодифицируется, так что это во мне этот киберпарк. Нужно было выйти на халату, кто-то страдать. Откуда ты помнишь, блядь? Он говорит, здорово, Нью-Волк. Ну, что-то в итоге игра завирусилась, посмотрим почему. Я пока что не знаю, по каким законам это живет, но, наверное, что-то здесь есть. Ну, либо я уже готов к тому, что здесь нихуя нет, и ее какие-нибудь ютуберы завирусили. Все что угодно может быть, братцы. Вайп мне нравится, но визуал мне не нравится. Нажми кнопку там, чтобы получить доступ к биржевому рынку на твоем КПК. Так что, мне нахуй это не надо. Бля, я не хочу. Тел. Блин. Бля, я все еще второй раз буду точно лишним. Ё-моё, я очень сильный. Вот что это за почка? Я забрал... Вот как это подобрать? На какую, блядь, на какую, сука, подбирать нахуй? Так, братцы, сейчас. Так, ты давай мне тут нет, а нахуй, со своими шутками ебаными. Вначале скажи, сука, контроль где использовать, пинок F. Тише, братцы. Вот как я подобрал, интересно, и использовать. Так. Почему тогда он, блядь, Q и... Блядь! Перед шутками дайте контроль. Как может быть и использовать и наклон и? Ну ты совсем дурак, что ли? Давайте сделаем... Наклон на Т, например. Не буду я... Не могу перебиндить. Ну. Так, а использовать на И оставим. Габулька ахуй. Так, ну давайте посмотрим. Пока что не понимаю, что делать надо. Я пришел на работу и кого-то челиком ебал, но... Спасибо большое за клип, Дэйл. Наверное, здесь я вначале должен переодеться. Это похоже на шкафчики. Что за хуйня? 500 найзера. Так может это такая работа и есть, типа как такая стримерская работа, либо таксистская. Просто деньги сами тебе в руки летят. Играй игру в любой Bass Fusion. А как я пойму, как ее правильно сыграть? Но вон там проход был, пока что ничего особенного не вижу здесь. О! О! Показалось, что это вид на город вначале, а потом оказалось, что это место, откуда я пришел. Я не могу двигаться, я застрял в текстуре, если кому-то интересно. Не понимаешь, я, наверное, вышел, да? Ладно, давайте заново. Ну, вот разные пушки, фондовая биржа. Старт.
Фармакинетик. Что такое фармакинетик? Убить предателя Сигизмунда и Джерри. Что? Сигизмунда из департамента фармацевтики начал присваивать себе деньги компании, тратить их на азартные игры с крайней плотью. Это бы уже хватило для указа о его ликвидации, но он еще конкретно поехал крышей. Входя в порывы ярости, блюя кровью по офису, пока ты там также избавься от его помощника, Джерри. Ну, погнали. Но все это, на самом деле, я не знаю. Если кому-то это кажется оригинальным, все это, мне кажется, еще раз было. Если здесь... Вот что это за второй стейдж? Если реально второй стейдж, здесь какой-то еще будет прикольный... Кроме вайба, реально какие-то прикольные вещи интересные. Кроме какого-то, блин, галлюциногенного бреда с насилием. Я это люблю все. Опять-таки, я лояльная аудитория просто. У меня это в жизни уж тоже было. Ебать, что за блевотная кислотная картинка? Это я, здравомузи. Играй игру. Нахуй корпоратов, йоу-йоу. Нахуй корпоратов, эл-эл. Он туда куда-то надо идти. Но мне музыка нравится, не иронично. Не знаю, кто из них. А кто из вас френдлик? Ну, музыка реально хорошо звучит. Это же музыка, да? А Стиву понравилось. Да как перезарядиться-то, ёптать? И что мне делать? Ну, мне, наверное, сюда рано идти. Вначале надо купить оружие, что ли. Я же не могу их с ноги хуярить. Патронов нет у них, да? Или есть? О, панцы, здорово, кишкову. Да потому что это и лучше, чем атомик. Потому что это инди, блин. Печать, печень найден. Может, здесь есть кнопка перезарядки? Следующее оружие, третичное оружие. Ну, блядь. R, на всякий случай, нажмем. И что это за хуйня? Что это за хуйня-то, блядь? Что я делаю, братцы? Чего молчите, блин? Почему бы не подсказываете? Я перезарядился? А, все. Получается, любой инди лучше атомик. Получается так. Не знаю, кто из них. Потому что они все враги. Блядь! Почему я взрываюсь-то? Ладно, давайте другой уровень убьем. Да голова должна болеть. Здравствуйте, снова фанатический кал. Зачем вы в это играете? Бля, почему... Да точно, это какой-то шуточный вопрос. Или нет? Бля, как тогда не сменить? Так, блин, привет, Марта, очень сильно рад тебя видеть. Всем привет, ребята, если любите инди, вот я в лучшую инди-игру играю, которую вы видели. Спасибо тебе большое за рейд, всем привет. Если мало ли кто-то фоу прожмет, буду признателен, потому что я поставил фоу гоу, видите справа. 2 из 10, и когда этот фоу гоу заполнится, угадайте, что будет. Странный свет сейчас. Всем привет, ребята. Играю в лучшей инди. Ну ладно, ничего бы я бы так не сказал, конечно, но... О, инди, которая лучше Тузыбун, правильно? Потому что это по-настоящему мускулинная, мужественная, кислотная игра. А Тузыбун это что? Сидишь там, это самое, баночки собираешь, здоровички. Что такой ник страды стал? Плачешь? Так, чуваки, давайте другой стейдж, я выберу. Это реквест, если кому-то интересно. Реквест. Любите реквесты? Это мой реквест. У этой игры можете посмотреть 9000 отзывов в Стиме, кстати говоря, поэтому она по популярности может приблизиться к Тузымун, возможно, даже, да? Как сменить стейдж-то, блин? У меня нет другого стейджа, да? Штаб, отряд... Ну давайте вот это попробуем, все, ладно, понял. Ну вон там был какой-то проход. Вот здесь менять задание. Культовое стало. Уменьшили, да, получается? Самое главное, чтобы его не раздавили, как в готике. Но я, ахаха, я здесь работаю. Не понимаю пока что как. Нажми там, чтобы получить доступ к биржевому рынку. Так у меня же, я должен вкладываться во что-то, да? Ну давайте в рыбу вкладываться, она сейчас дешевеет. Рыночная капитализация, стоимость портфеля, а как купить? Не могу себе позволить, да? Или могу?
Но я однажды участвовал в розыгрыше Тинькова и купил акции дагестанской энергосбытовой компании. Вот жду, когда они взлетят. Можете погуглить, такая и есть. И я держатель, гордый держатель их акций. Это не Binance. Блин, может быть, я самый главный, нет? Да не, когда FullGo запулится, у меня будет для вас сюрприз. Вот, я приготовил сюрприз, ребята. Инвестировал в говно. Не знаю, что здесь нажимать нужно, но... Ну вот здесь я нашел секрет. Да ну нет же, нормальный в этот раз сюрприз. Наверное, нужно идти к мейну. Это был не мейн, это просто место моей работы, ребята. Это как хаб. Ну вот я нашел секрет, мне казалось, но это оказалось не секретом. Блять, так что, сори. Промывка биологических систем. Зачем инвестировать, когда можно... Зачем придумывать свою крипту, если всегда можно придумывать свой маркетплейс? Вы вот так и будете всегда этими самыми мыслить мелочами, блин. А на этом маркетплейсе уже будет крипта твоего кореша приниматься. И получается, что вы с корешем вместе работаете, вы коллеги. Один маркетплейс держит, а второй свою валюту. Правильно я говорю? Я люблю тебя, Готика. Так, ладно, погнали, попробуем... Попробуем разобраться, потому что игра, как вы видите, непростая. Как я уже говорил, играть непросто, поэтому... Но пока что мы не можем себе позволить... биомоды. Маркетплейс по продаже маркетплейсов. Можно такое? Идея на миллион. Ну, погнали, начать задание. Как вот здесь, я, помните, переключал? И как... Кара, что такое кара? Тут только опытным путем можно понять. Ну вот это, подождите, штаб, а это что, начать задание, блять, все, ладно, начать задание слева. А, у меня и два оружия есть. Твой первый день, я дал тебе дозу особого боевого кука, не беспокойся, если тебе будет немного не по себе. Что ж, Ксакса, удачи, здоровички, я бы чувствовал больше. Так не может быть, ты что-то... Так нельзя делать. Можно ник менять раз в две недели. Сейчас, чуваки, не могу никак пока что настроиться. Я нашел секрет. По всей поверхности идут трещины. Почему я не могу пробить? По всей поверхности идут трещины. Окей. Смотрите, двери как в Думе. Оно отвергает САС. Похоже, начало, короче, трека это очень напоминает эко The Dolphin, если понимаете, о чем я, мейнфильм в первом стейдже. Я думаю, что это отсылка к классике, ребята. Что более непонятно, как вы считаете, играть за дельфина или эта игра? Музыка интересная, я такое слушал, когда мне 20 было, без шуток. Как патроны взять? Не совсем понимаю, кто из них враг, поэтому... Бля, тут перезарядка очень иммерсивная. Помните, как с мини-играми? Можете писать, сколько у него отзывов в Steam. Но я, кстати, без шуток, если я достаточно лояльная аудитория ко всему индикалу. И я пока что не понимаю, что там реально за наполнение. Но все это реально отдает каким-то бироузам, но все это было уже тысячу раз в этом прикол. То есть в моей вселенной гораздо проще сделать что-то такое, чем что-то такое же, но при этом, чтобы оно выглядело нормально. Ну, это как говно. И там уже можно насрать вот этими странными кислотными диалогами. Всем чем угодно можно насрать, но только пускай красиво выглядит. Корпоративный патрон 30. Но следующая игра... А чей там еще реквест был? Если я что-то забыл. Зависит от того, чей это реквест. Как хилиться, интересно. Ам? Что это? Типа артхаус, дохуя. Но артхаусом бы я это не назвал. Короче, это достаточно тоже все эксплуатационная тема. Всего этого было уже много раз и очень много. И неважно, где там все эти кислотные странные игры. На RPG-мейкере... На гейммейкере.
на Unity. Я как бы все за это, но... Я считаю, что, конечно, что ты такое делаешь, пиздато было бы бафорвить все это. Сделать что-то кислотное, странное, вот эти диалоги. Что так, подождите, что, я думаю, что со светом не так. Я лампу отверну ее. Дом какой-то странный. И прописать все это, чтобы выглядело красиво. Люблю, конечно, что-то выглядит красиво. Но иногда можно просто сирануть и сказать, что это арт-стиль. Но, наверное, в данном случае так должно быть, что я сомневаюсь. Теперь мне хочется понять, как, каким законом эта игра живет и кто ее завирусил. Но у меня нет оснований полагать, что здесь что-то дико крутое заложено. Кроме всяких странных механик кислотных. Так тут есть свой стиль, но, блин, тут есть рыбалка и фондовая биржа, но как в моем куки-крике, резигурчик, без шуток, если... То есть для меня это пока что не знаю, где свой стиль есть. Вот вспоминали Данилу, у Данила свой стиль есть. Здесь не знаю, наверное, тоже есть. Ну, посмотрим. Я только начал, братцы, но у тебя тоже, у всех есть свой стиль. Да? Да птичка? Блин, да что такое-то? Ну это да птичка, здоровье поглощено 5. А я не могу поглощать из них что-нибудь, нет? Почему же ты железа найден? Но мне покачивание нравится. Блин, не хочу отъезжать-то. Когда будет рыба? Когда будет рыбалка? Здорово, Горш, я не понимаю, сколько у меня патронов. Ну, вот что это такое? Пять здоровья, поглощено, $500 на доллары! Ребята, здесь какое-то стекло или что? Цель устранена. Кайф. А это что такое? Ну что, вы давайте, не-не-не, свапнем оружие и возьмем сходгун, не? 5 из 25 это патроны, а наверху это хп? Нет, просто я этого не понимаю. Но мне еще какая-то цель осталась на уровне. Игра смесь кава и постова, да? Ну, наверное, от постова тоже что-то есть. Да мне арт не нравится, блин. Делал бы я вот то же самое, но только в какой-нибудь, не знаю, в другом арт-стиле немного. Вот даже в таком же квадратном и упрощенном, но... Да не, может, это и неплохо. Я не против, братцы. Ничего плохого не могу сказать. Наверное. Ну, шутки, если будут. Геймплей на Duke Nukem. Тебе надо одного убить, а у тебя на нем прям метка есть, вроде он внизу. Я не знаю, вот как ты видите эту метку сквозь. Типа, одного я нашел, второго чуть не вижу. Блин, давайте же убьем и ее тоже. Может, ее можно заутать, что ли? Блин, я просто не понимаю, как это сказывается на моей. Зачем? Блин, почему не попадает-то по ним? А что за говно? Кажется, чего-то не хватает, оно не поддается. Наверное, это какие-то секреты. Закрывает проход в Wolfenstein Stage. Не знаю, в чем модерновый заключается арта. Арт выглядит как, блять, насранные разноцветные текстуры вонючие. Не понимаю, в чем модерн в данном случае. Но, может быть, игровой модерн так работает, не знаю. Этому не хватает пулевых отверстий. Ну что, это реально? Он сломан. Плитка как в школе. Что, в школе учился? Ё-моё. Еще какой у тебя предмет любимый Горчи был? Я тобой горжусь. Я тоже в школе учился. Ты сколько классов закончил? Бля, не могу найти это место. 9 классов, блин, я тоже. У нас так много общего. А ты почему из школы ушел? Я история, тебе история нравилась? Мне нравилась литература, потому что там можно было разговаривать и ничего не делать. Кого я буллю-то опять? Это меня обычно буллит здесь, погнали вниз. Меня Класснуха выгнала, блин, Класснуха никакой власти на самом деле
нет у нее. Ты можешь ей сейчас прийти искать. Вы меня выгнали незаконно. Возвращайте мне деньги, которые я потерял из-за вас. Чтобы завтра 15 тысяч рублей была у меня на карте. Вы меня поняли, Лариса Петровна? Иначе... Ау, у вас будут проблемы. Где вы видите маркер на второго чела? Ну вы видите или нет, братцы? Почему вы не помогаете мне? Может, здесь сохраниться можно на ходу, начать заново, настройки, выйти, выбор, начать. Почему никто не хочет помочь мне? Я что, должен сам играть? Я буду сам-то играть. Да мы уже это обсуждаем. Бляха-муха. Я вообще не понимаю, зачем столько времени на школу тратить. Блять! Ну вы рофлите! Ну что, я должен заново? Потеряно гражданский. Блин, гражданский, видимо, убивать не надо. Вы мне не сказали, что надо еще заново проходить. Ну вы издеваетесь, что ли? Что это за игра такая, где ретрайт надо? Это разве игра? Игра должна сама в себя играть. Я провалил свой первый день на работе, братцы. Давайте поосторожнее. Прям сейчас был прицел на паузе. Давайте аккуратно сейчас. Я пока что просто не понял, кто мой друг, кто мой враг. Только и изучаю законы игры, братцы. Ну, по лору, у меня был депрессон, и я... Меня разбудили из депрессны. Из депрессна, ладно, уже где-то был этот великолепный каламбур. Депрессна. Только там было про весну, не помню, какой-то фестиваль, что ли, был. И я вот на работу пошел. Первый мой день на работе. Я думаю, что у него было оружие, значит, он плохой челик. Че не могу взять? А, патроны подобрал. А, нихуя. Секрет, что я нашел, да? Ам. Вот это рыбалка, про которую вы говорили. Это карп и кой, братцы. Значит, вы в Японии. Это я сразу же понял. Карп и кой, да, это тема? Можно рыбу с ноги-то подпнуть? Ого, кайф. И зачем мы это делаем? Почему у меня хп потратилось? Блядь, ну кто стреляет? Да как в воде? В воде же пули не могут регаться дэмэш. Мы же в воде. Бля, как выпустите? Никак, что ли? Я не могу подняться! Ну, соцпакет какой-то должен быть, я думаю. А что обычно входит? Я бы хотел в санаторий куда-нибудь съездить. Что входит в социальный пакет еще? Ну просто в пенсию что-то я не особо верю. Бля. Перезарядились? Примерно так я себе представлял первый день на работе. Ну только без стрельбы, надеюсь. Вот. Че еще, братцы? Надо вложиться в пенсию. Но, блин, она точно потом залетит, потому что денег на это куча тратишь, реально. Времени уходит масса, а не факт, что вообще эта тема стартанет, что пенсия это не скам. Че, братцы? Проверенная инфа есть? То есть сколько? У меня знакомый ветеран труда, сколько там надбавку получил? Ну, короче, небольшую от минималки, можете поверить. Я думаю, что ветеран и ударник труда. Вот ветеран там, именно ветеран труда. Ну, она, ну... Ну и немало, а лишь каждый месяц она. Это просто я... если любишь то, чем занимаешься, то тебе какая-то приятная... Ого, что это такое? Е-мое. Приятный, блядь. Ой, не-не-не-не-не-не! Это параш. Я, чуваки, разбил парашу и умер, если кому-то интересно. Прошу прощения. Вследствие ваших безрассудных растрат ресурсов компании, постоянным использованием генетического рекомбинатора, вы были выбраны в качестве волонтеров в программе экспериментальных биологических улучшений. Ваша задолженность была погашена. С этого момента ваше тело будет регенерироваться само. Но тебе не позавидуешь. Ё-моё, реально? За... что это плохая же концовка у нас, или что? Реалистично. Ну меня что-то... Только выиграли мы от этих... дебафов.
Это твой первый день. Реально у меня, блин, ну это реально дизайн для меня. Я, кажется, понимаю законы этой игры. Мне стало легче, братцы, у меня ХП само регенится. Ну такие вопросы, ну что я потерял? Это как вопросы Дыбовского, если понять, о чем я, братцы. Но я не помню, что было в Санта-Барбаре. Я смотрел воздушные замки, может, понимаете, о чем я. Это лучше, чем Санта-Барбар. Что, реально сам регенит, что-то не похоже. Че еще, братцы? Учусь играть. Ну, надо говорить, помните, как Fallout 4? Ну, во всяком случае, как шутер неплохо. Блять. Спасибо, что отвлек меня, Скагейм, здорово. Надеюсь, ты рад. Надеюсь, ты рад. Когда будешь пилотировать самолет, сделаю с тобой то же самое. Че еще, братцы? Напряженный просто момент, пиздец. Что? Я взрываюсь! Пизда, блядь, давайте заново, ничего не понимаю. Скоро на канал уже будет ставить ограничение 30 с плюсом. Но без шуток, я, если бы Twitch, был бы ты человек, я бы поставил плюс 21. Вот. Можно? И чтобы мне дали какую-то больше воли, например. Еще больше воли. Да пиздец, что за хуйня? Стоп, я стал есть? Плоть? Всегда так было, братцы? Та хуйня пульсирует, как на алертах. Не понимаю, почему-то стало сложнее играть. Давайте по-нормальному. Ну, грибы только разрешенные, микродозинг. А микродозинг любых, он разрешен, правильно? Микродозинг крайним образом поддерживаем. А на стримах рекламируют микродозинг или уже все, пропала волна популярности? Чисто, ребята. Я им кровь. Я им кровь. А. Блять, да почему они стали сильнее-то, сука? Давайте заново. Говорит, издевательство. Не знаю, мне кажется, дети сейчас играют только... Да не, пока что не могу понять, в чем прикол, давайте. Ну, то есть, отчасти понимаю. Вайп улавливаю. Ну-ка, давайте. Ну, что за хуйня-то? Тише, братцы. Перезаряжаться забываем. Я им кровь. Я им кровь. А. Стелс, дайте-ка. Забывай перезаряжаться, братцы. Да ты охуел, сука, ты дамажил. Про перезарядку просто забываю. Сейчас я немножко вкачусь, блин, чека съел. Надеюсь, это... Много бегают сивилинов. Вот кто? Ну кто, кто, кто? Если съесть мухомору, можно умереть. От мухомору ничего не будет. Токсинов в нем меньше, чем в бредной поганке. Ну, чуваки, без шуток. Бредная поганка, никогда вообще не берите грибы, в которых вы не уверены. И вообще не старайтесь. Бредная поганка, это реально штука, которая вас въебет. Вы там буквально чуть-чуть нужно, чтобы умереть. Далеко это шутка, либо от мухомора хз, сколько его схавать нужно, чтобы откиснуть. И еще есть куча, блин, всяких, не знаю, там, ложные, как называется, ложные шампиньоны. Короче, не хавайте грибы. Вот. Когда не знаете, что хаваете, не хавайте лучше. И вообще не знаю, не покупайте их, вообще не ешьте. Вот так. На всякий случай, чтобы потом не было вопросов, лучше просто откажитесь от них, если не знаете, что это. Либо хавайте в том, в чем вы точно уверены. У чего, например, губчатый подшляпник. Да ебать, ну это прикол, что ли, какой-то? Я взрываюсь. А, у меня... Мне надо покинуться. Блять, да потому что... Ну, сюда, хуй!
Сейчас, давайте заново, все. Но сыроежки лучше, все равно грибы говно, поэтому можно запомнить, что... Зачем вам сыроежки? Их никто не утает, блин, почему? Ну это как, это вопрос, не просто так сыроежки говном считаются, но как и никто свинину не ест практически. Разные народы, разные религии. Почему? Смысл в этом есть. Не знаю какой, но есть, братцы. Такой же с сыроежками. Почему сыроежки презирают? Не могу собраться. Это зог, да. Честно собраться. Сыроежки такой кал, но они не очень вкусные. Ну что со мной, блин? А. Стоп. А. Давайте заново. Почему просто не пойти в магаз или купить вешенки за 100 ребеллионов? А найти. А найти. Это же совсем не то же самое. Но это как... купить корову прийти. Гораздо же приятнее ее взять. Самому ее правильно убить, умертвить. Правильно, самому разделать, разрезать, выпотрошить, залезть в нее, лечь спать. Что-нибудь такое. Это же все вокруг ритуалов строится. С магазине это совсем не то. Никакого интереса в этом нет. Тише, братцы. В прошлый раз так шли вроде бодро, что ли, даже можно сказать. Вот кто это, блин? Сибири, да, дядька? Зачем спать в корове? Ну, как? Я если все равно ее разрезал, что мне делать? Вы бы если корову разрезали, не вспомнили бы одну из самых популярных сцен. Это до Звездных войн было где-то. Я вчера я сортировал грибы. Червивые я откладывал, хорошие я пожарил и съел. Потом я взялся за червивые. Изъеденные места я вырезал, откладывал, хорошие я пожарил и съел. Затем я принялся за то, что осталось. Аккуратно вынул всех червяков, вложил грибную мякоть, прожарил и съел. Червяков я потом тоже съел. Я их не жарил, мне их надоело. Я вообще не знаю, зачем червей не едят. Это съебистые. Вот здесь я получаю дэмэдж. Чё ещё, братцы? Черви — это белок. Белок — полезная тема. Найти магаз сначала надо. Здорово, Хорс. Ну, это потому что... инди-музыка. А как вы хотите? Это вам, если не любите такую, то можешь вам этого вашего Фрэнка Синатру послушать. Или Гарика Сукачёва. А здесь нормальная музыка, независимая. Игры тоже независимые, понятно, блин? Бля, на дырка вот, да, сука. Да пытайся сивилинов не разъебывать. Ну вот, не понимаю, кто из них друг, кто враг. Пельтешат они, блин. Да все, все лишнего. Бахнули. Посоветую трек послушать. Ну, короче, советую такой трек послушать, как... Монеточка, имя твое. Потому что у нее такие треки, а имя твое — это про мертвого деда трек, и такой редко услышу. Монеточки, ну в смысле, драматичный трек. Вот здесь я умер в прошлый раз, потому что парашу взорвал, больше не будем так делать. Без шуток, кстати говоря, игра наказывает. Бля, ну так интересно посмотреть. От этого я умер, то есть это реально оружие. Это был скрэпланд. В космосе, я думаю, что она на фоне называется, потом загуглил, сразу стало обидно. Но Скрэпланд была такая. Americans Magi Present Скрэпланд. Не имеете права, это как убрать Тома Квенси из названия игры. Не знаю, я ее давно, честно говоря, не слышал, но я жду. Но мне последние треки чуть очень понравились. Я думаю, что поет до сих пор. Ужас и сральник, или такое не смотрел. Я какой-то вчера, короче, нашел сериал прикольный. Про каких-то подростков-дуэлянтов. Вот буду смотреть, наверное. Но его просто на ХД-резке закрыли. Придется покупать этот бум, старт или что там. Как называется? Черный клуб, что ли такое? Ну, я не очень люблю драмы, но выглядит интересно. Там какие-то зумеры собрались и стали дуэлиться, короче. Из-за тянучек. Походу. Убивать людей, которые нарушили корпоративный этикет. Как я понял. Киберпарк темка. У меня две цели всего нейтрализовать, или у меня отмечены. На песне какой-то дуэль, не знаю. Я еще не смотрел, вчера хотел посмотреть, но думаю, ладно. А, еще я, кстати, дропнул Last of Us, вот. Готовы новый день обсуждения этого сериала? Заебало смотреть что-то.
Мы вчера с вами говорили, я думаю, да когда хуй мне смотреть сериал? Я посмотрел 70% серии, если я знаю, что будет дальше полностью. Весь сценарий. И самое пиздатое уже позади. Первая серия вышла. Заценил трекич, это кал. Ну, блядь, ну тогда свой трекич. А ты какой порекомендуешь послушать, Горча? Ты, похоже, сделал тише себя. Ну так вы бы... Спасибо, что сказали про это вовремя, братцы. От всей души вам. Я патроны закончились, да? Ты очень тихий. Поддай газу, а! Не могу сейчас, ребята. Занят я. Секу у него бронебойная. У меня последний Чилиус остался. Чище, ребята. Цель выполнена, цель устранена, найдите выход, бля, кайф. Ну чё, как вам первое задание? Так можно те ссылки, которые вы кидаете, ссылка удалена, они ко мне отношения имеют? Опа. Вот в параши нельзя стрелять, ребята. Ооо, аук. Аук, дай темка. Вау, кайф. Это кайф. Готовы ко второму стейджу? Похоже немножко ассаут карту, может быть, помните? Это Бозер, я знаю, что такое Бозер. Бозера знаю. Базар знаю, журнал такой. Я когда в парикмахерскую прихожу, начинаю его листать и думаю, зачем там, сколько трогал рук этот журнал. Какие в нем, интересно, чем можно заразиться, полистав этот журнал. Погнали. Ну вот здесь, кстати, интересно было посмотреть, что есть, но... Пока что не можем, мы это не можем открыть. Это френдлик, дядька? И чё, это хуйня? Чё это хуйня? О, здорово. Вижу, они до тебя добрались. Честно сказать, это не так плохо. Всегда хорошо иметь больше вариантов питания. Тратишь меньше денег. О, привет. Откатить процесс маловероятно. Оставайся сколько хочешь. Как по мне, бороды. Оставайся сколько хочешь. Наверное, это как-то связано с тем... Эти двери стали открываться, когда я стал типа регенерировать или что-то такое, когда много умирал, но не понимаю, как это работает. Возможно, здесь даже какие-то законы есть, посмотрим. Ну, то есть я реально готов принять, что здесь что-то есть. Скорее всего. Не может же она просто так завируситься в вакууме. Но опять-таки, теперь я уже ни в чем не уверен, потому что всегда есть куча инфлюенсеров. Похоже и ничем не похоже, согласен здесь. Куча инфлюенсеров, которые сделают вашу игру пиздатой, если она странная. Всякие вот эти, кто они? Тиктокерсы, да, вот эти куберы, игровые журналисты, игробани. Да, эти люди, которые вирусят игры. 400 ребейнеров стоит, сколько копий продано? Блин, жалко, Асу придет, чтобы оценить с ним. Просто копий продано много, а цена большая, блин, это странно. Награда за задание 1-0-0-0-0. Ну, поэтому что-то, наверное, должно быть здесь. Выйти в меню. Следующее задание. Давай глянем. Мы недавно дали гудфуда и у его компьютерному стартапу GTEC огромный стартовый капитал в 5 миллиардов долларов. Мы также помогали им поставками приоритетных исследований, которые они, оказывается, продавали нашим конкуренцам за большие суммы денег. Поверх этого они не совершили никакого прогресса и потратили большую часть бюджета на покупку чанка-попов и дорогой недвижимости в элитной закрытой коммуне, построенной на братской могиле, которая, надеюсь, скоро получит 3 свежих трупа. Удачи! Ё-моё. Блин, я буду такую же игру делать, ребят. Вы еще вспоминали вот эту хуйню, помните, как это называется? Не знаю, здесь можно альтабаться? Сейчас, братцы. Вот эту, помните игру? Ну, честно говоря, давайте рассказывайте, в чем прикол. Давайте-ка я вам покажу количество отзывов, чтобы вы охуели немножко.
Я, опять-таки, я с позиции лояльной аудитории рассуждаю. Не знаю, какие здесь есть интересные вайбы, либо реально интересные стандартные ситуации. И не знаю, кто ее завирусил. Вот. 9000 копий. То есть 9000 отзывов, прошу прощения. Это много, братцы. Не знаю, какой-то у них, может быть, бэкграунд был. Наверное, был. Но в это я, честно, не играю. А, кейсов. Это... Space Warward Unguard Trading. А вот откуда. Ну, какие-то тут были свои приколы и свой, очевидно. Но они так не вирусились. То есть это завирусилось. Почему она завирусилась? Вопрос. Я бы для себя, такая, что в своем мире делал ставку на то, что какой-нибудь американо-говорящий инфлюенсер завирусил ее, не? Иммерсивный симулятор. Ну, либо там реально какое-то охуенное дно заложено. Сами решайте. Ну, так бы я и думал, Зигунчик. Ну, посмотрим. В принципе. Я просто не очень понимаю, почему арт такой ебаный должен быть. Вот. Ну, помните, вы это смотрели вчера? Просто я уже, наверное, перегорел в Индии. Давайте так, я теперь доебываюсь больше до Индии. То есть меня просто какой-то странный биопанк шизофазической хуйней сложно пронять. С насилием и со всем вот этим. Потому что я бы себе это видел. Если бы я бы это делал, я люблю всю эту хуйню. Стреляющие, не знаю, сфинктеры, странные разговоры, какой-то все вот этот вот метод нарезок и прочий бред ебаный. Он мне нормально залетает до сих пор. Ну, то есть, когда мы там представляем какой-то, не знаю, билет, который лопнул, все вот это вот. Не знаю, как это объяснить правильно, но, блин, ты же не можешь просто сирануть. Надо же, чтобы красиво еще было. Ну, как вот в Хуникс, например. Не знаю, можно ли их сравнивать, но... Сейчас, Вот это хотел... Напоминает вот это вот парту. Ну, вот это вот вчера как раз вспоминали. Я где? Жесть, этот чел стал мощным к концу. Видимо, там реально был какой-то сквозной сюжет. Но он как принц Персии. Жесть, это битва с Мегабайтом. Жесть, причем его потрепало. Это надо смотреть теперь. Мультсериал ребут, повторная загрузка. Битва Энза Матрикса с Мегабайтом. Первый 3D мультсериал. Бля, да не хочу твой обзор смотреть, ебучий. Вспомнили про... Нет, отъебись. Все в воздухе, курс 1-138. Вот это сейчас вспоминали. Ему это с рук не сойдет. Точно первый, блин. Если Мегабайт что-то хочет. Ну ладно, может реально первый, я не знаю. Что случилось? Вот такой, короче. 3D графика нашего детства, может. Там он же пацаном был, блин. Не знаю, кого так потрепало. В конце, видимо, пацан стал мужчиной. Вот. Ничего не вышло. В наш ресторан свалилась целая толпа хулиганов и устроила... По ресторанам. И это я мультик делал, блин, круто. Нормально получилось. Ты сделал мое детство, братан. Ну что, погнали, как оружие это взять? Или, смотрите... А, вон, смотрите, первый... Парадайз. Экипировка импланта. А где деньги-то мои? 1, 4, 5, 0 у меня денег. Но это все стоит, ебать, дорого, да? 3500, спорт, ноги. Ну ладно, даже какие-то апгрейды есть. Только не понимаю, магазин есть, братцы? Это экипировка, так оружие-то как взять, блядь? Зверей вчера вспоминали? А там есть такая песня, мне что нравится. Я иду в кабак, я гитарист. Ладно, ничего не понимаю, братцы, пройдем на этом оружии, я думаю. Знаешь, какой кара? Не буду включать, по дефолту было выключено. Ну, слушайте, здесь даже какой-то прогресс есть. Стейджи, начать задание, отряд жестокости. Фармакок. Нектикс. Парадайз. Забыл, как стартовать. Ну, может, что-то надо купить акции рыбы, может быть, или органы надо купить. Рыночная капитализация, стоимость портфеля, $41. Как купить-то его? Сколько у меня денег? Я верю, ребята. Я не могу купить, да? Почему ничего не покупается? Говорят, стоимость портфеля $41 же. Почему не могу портфель купить? Купить. Я хочу вкладываться, я хочу трейдить. Это как раньше, помните? Forex Club.
NFT моего детства, я хочу быть трейдером. Вот тогда было время, это вам не этот ваш тотализатор, либо казино, блин. Тогда мы все хотели стать трейдерами, и было круто. Просыпаешься вместо школы по сигналам, куришь и делаешь штуки, блин, мутишь лавеху. Как за IT-то? Я забыл, как начать играть. А, все, сейчас старт, сори. Я хочу быть трейдером, акции падают. Ладно, как падают, так и поднимаются. Жми на ебало старт. Я что-то затупаю уже, братцы, блин. Хотя только стрим должен был начаться, по идее. Ну, здесь это выглядит как идеалистический пригород, да? Кстати, поосторожнее там. Большая часть народа здесь нанимает серьезную охрану. О, наши. О, это кайф. Биомашина, да, эта тема? Здесь музыка приятнее. Какой доктор, а? Ого. На тачке можно кататься. Ну, пойдемте сюда аккуратненько. Ну, короче, ребята, я так понял, которым мы выделили деньги, вместо того, чтобы заниматься работой, они вложились во всякое. В люксовую недвижимость. Ой, бля. В люксовую недвижимость. Half-Life такая игруха, да, это может быть? Бля, немножко глаза начинают болеть. Автомобиль. Блин, я мечтаю о грибной ферме. Вы, наверное, смеяться надо мной будете. Так хочу открыть грибной бизнес свой. Но только там будут вешенки и шампиньоны. Мне так нравится, как грибы растут. Я такой придумал бизнес. Я на кухне, короче, коробки поставлю. Их надо заказать. Как это называется? Маломакс, Миви Макс. Какая-то такая хуйня. И там будет из коробок грибы, короче, расти. Я прям видел видосы на таймлапсе. Я буду вам для бустеров делать грибные эти самые подарочные упаковки. Ну, как мицелий, да? Ну, как кто-то... У кого-то пиво, у кого-то чай. У меня будут грибы. Прикольно я придумал. Только они, наверное, портятся будут. Мешки с опилками сырыми. Да-да-да, откуда ты знаешь? С мицелием, блин. Ты в мой бизнес не лезь, ты меня понял? Это мой бизнес, это я буду так зарабатывать. Ну, просто проверяю. Я пару дней назад жарил маслята с фаршем. Маслята с фаршем, Каранак? Это точно мясо с грибами? Чуть заблюд такое, ты его изобрел. Ну что? Ну, у этого оружия вроде было, право здесь, прав ли я здесь? Вишенки, кстати, самые вкусные грибы. Не знаю, мне все грибы нравятся, без шуток. У меня больше вопросов... Security, да, это охрана была. Больше вопросов к белым грибам. Я не понимаю, почему они такие дорогие. Все, не понимаю, их прикола. Цель устранена. Ну, кайф, что ли, кайф это. Вишенки, кстати, белые грибы оверхайпят. А я не знаю, у меня много вопросов, в принципе, к грибной культуре. Это должны ребята, которые больше меня этим занимаются. Почему мы червивые грибы не утаем? Ну, червивый, он даже вкус у него не меняется. Ну, вырезал ты эту червоточину, и что дальше поменялось? Но я вижу шляпку подточенную, да мне вообще похуй. Я никакого отвращения не испытываю. Ну, червь и червь. Какая разница? Эй, я утаю червивые, и мне они... Не знаю, мне наплевать. Давайте поднимемся сюда, на самый верх, посмотрим, что там. Это какой-то, видимо, Half-Life такая игруха, да? Я, правда, никогда не ел трюфели. Может быть, там не просто так, такая цена. Они разные бывают, на самом деле. Ну, разные. Есть, типа, дорогие трюфели, есть дешевые трюфели. Да я хуй знает, трюфели. Я, честно, братцы, я слишком жирный, слишком обжористый, слишком годливый в этом плане. Для меня вся еда — это деликатес. Ну, то есть, я реально, я всю еду люблю, и я не могу перестать жрать. Типа, кроме там пары, наверное, вещей, которые я не ем. Наверное, сверху что-то надо было увидеть. Я не могу просто остановиться. У меня вкусовые сосочки, наверное, они настолько возбуждены постоянно, что я все что угодно мне просто с майонезом делай, и оторваться от еды будет невозможно мне. Поэтому всегда не очень понимаю. Ну, то есть люди любят... Я, типа, реально свинья в этом плане, но я не только в этом, без шуток. Люди любят разную еду, типа, кто-то что-то ест, кто-то не ест, кто-то любит рестораны, либо какую-то особенно приготовленную еду, мне похуй. Я могу, типа, какого-то... И так постоянно, ну как, с переменным успехом, сейчас без успеха борюсь с лишним весом своим мерзким, поэтому... Ну, ё-моё. Поэтому как бы так правильнее выразиться? Возьмем аук это, аушк. Короче,
Короче, для меня любая еда — это деликатес. Я могу вот фастфуда пожрать и прям пиздец как кайфовать, потому что это, не знаю, там что угодно. Это может быть фалафель, какие-то роллы. То есть мне все это приносит слишком много удовольствия, эта еда. Ну, чипсы я не очень люблю, но жрать их иногда хочется, просто их пережрал, наверное. Озвучка от Оксюморон. У меня мать два раза за два ходила, собирала. Теперь у нас под конфоркой живут какие-то жуки, которые жрут крупу. Потом появились пауки. Это полный пиздец. Жесть. У меня однажды тоже были жуки дома, но... Бля. Ой. Ох уж эти матери. Да ладно, обычно я-то всякую такую хуйню делаю. Обычно так бати делают, ладно, на самом деле. Ох уж эти батики, тебе сказать. Ну, жуки неприятные. У меня появились, короче, крупожоры. Но мы обычно еду не храним, потому что я ее съедаю. Все это как алкоголь. У меня тоже, короче, я этим летом нашел каких-то жуков сраных, которые в крупе завелись, прогрызли пакеты и обосрали все уж, простите. И так пахло странно. И теперь я всю крупу выкинул, короче. Потом нахуй она мне нужна. Ну, типа, у меня нет запасов. Вот. Я так понял, что если... Ладно, давайте его на всякий случай убьем, потому что не факт, что он френдлик. Я так понял, что если у тебя запасы какие-то тебе нужны, можно просто купить, да, сходить. Там всегда будет по скидке. Наверное, люди обычно впрок закупаются, потому что по скидке, у меня так мама делает. Но я потом приезжаю и говорю, давай сюда все, что ты по скидке купил, я это съем. Я говорю, ми-ми-ми-ми-ми. Я говорю, давай-давай. Все равно все, уже срок годности подходит. Ам! Твой огромный кусок сыра летит мне в рот, потому что завтра он просрачивается. И я это все утилизирую в себя, мам. Ты зря закупалась впрок, мне очень жаль. Не сработало. Ам? Мистер Паук у меня такой вживет под ванной. Ну, пауки не знают, что плохого делают. Жуки ничего хорошего точно не делают. Жуки, эти жуки уже в крупе. Так что вы просто не выкидываете-то, я не понимаю. Что уже, а, уже в крупе? В смысле, я что, покупаю с жуками? Слышишь ты, этот самый, как тебя зовут? Вкусвил? Ладно, я не хожу во Вкусвил. Я прихожу во Вкусвил и специально громко цокаю. Опять. Не вижу что-то. Ничего веганского здесь опять! Не знаю, делайте так. Я просто ради этого и прихожу. Я там нихуя не покупаю, потому что там реально все на 30% дороже, чем в массе. А выглядит так же, как и масса. То есть я не понимаю, чем Вкусвил от масс-маркета отличается теперь. Ну, может, я просто в таких бывал? Ну и я реально люблю веганские продукты, это тоже не шутка. И что-то я там реально не вижу ничего веганского. Нельзя стрелять в туалеты, братцы. В Европе все вот хотят делать муку из перемолотых комнатных мух и жуков. Блин, жесть, они там в этой Европе совсем что ли обезумели. Здорово, да, пса, я такой бы ел. Я не знаю, честно говоря. Ну еще из кожи можно. Я читал в интернете, что там кожа. Потому что веганское невкусно. Ну там реально, ну вот, кстати, без шуток, если это вы вкус чувствуете. Вот Алена тоже вкус чувствует. А мне вообще похуй, я что угодно съем. Ну, то есть, она говорит, вот я хочу. Мне нужно пойти во Вкусвил, чтобы купить тот самый торт. Бля, это торт, там сахар и сливки, он весь вкусный. Как он может быть невкусным, блин? Или вот это мороженое вкусное, вот это невкусное. Это же мороженое. Мы тоже выкинули, потом все разместили по банкам, и мать еще какую-то хуйню по ящикам положила, перед этим почистила там все. А обряды проводили? Мамы еще иногда любят всякую там святой водой обрызгать, например, уговые. А, по-разному бывает. На всякий случай. Что мы делаем? Чука, как вам игра, кстати? Ладно, я немножко вкатился даже. В России муку из насекомых используют для прикорма ящеров. Все, уже запретили этих ваших ящеров. Помните, после того чувака, который записал стрим для женщины, любимый, сказал: если я укусил черной мамбой, либо ты сейчас приедешь, либо я умру. И угадайте, что сделает эта женщина? Она даже не смотрела тогда стрим. И угадайте, кто не приехал. Ладно, давайте так, угадайте, кто умер. Ладно, угадайте, кого потом въебали. Те, кто содержит рептилий дома. Давайте так сразу же. И это правильно. Пиздец. Здорово, Бэтмен. Кстати, реальная история. Ну, кстати, да, было странно. Ну, нехуй бухать, что я могу сказать. У меня на все один ответ. Да у тебя постоянно во всем виноват алкоголь. Ну ладно, давай так. Нехуй разводить экзотических ядовитых животных дома. Да у тебя постоянно виноваты рептилии, чел. Что с тобой не так? Ты жалок. Очевидно, что виновата женщина, что она не смотрела стрим. Сейчас, братцы, не знаю, куда идти. Но история про Авдивы, потом же ужесточили всю эту хуйню. Ну чел стримил, какой-то известный инфлюенсер, ютубер.
стримил, как его укусила змея. И как он потом от укуса черной мамбы отъезжает потихоньку. Ну, то есть в этом ничего такого нет. Осознанный поступок взрослого человека. Так что... Который проблем принес всем, да? Ебантя этих рептилий проебывая, ну весь дом вах, чуть такая история была с листом. Ну как можно рептилию проебать? Наверное, хамелеона можно, я видел в мультиках, типа он невидимым становится. Не знаю, мне кажется, что страшнее, вот собак я боюсь больших, мы недавно только ба-ба обсуждали. Вот товарищ историю рассказывает, история неинтересная, он в магазин заходит в продуктовый, а там такая стоит баба и говорит рядом, а где у вас тут крупа? Такой, ну вот там, посмотрите, она такая, иду-иду, и идет сзади, короче, на моего кореша, который в очереди стоит, и так руками машет, а-тя-тя-тя-тя. И ищет крупу, потом спиной встает и говорит, не вижу крупы, не вижу крупы, не вижу крупы, не вижу крупы, я потом приду, я потом приду. И вот она выходит, и мой кореш рядом за ней выходит, а у нее огромный дог нахуй, трехметровый, и она к нему подходит, о, привет, кто скучал, кто скучал, и здорово, огромную собаку без намордника отвязывает. Я вот думаю, блядь, реально тут дог, ну вы себе представляете размеры, типа собака не маленькая, и как это работает? Наверное, все будет хорошо. Поэтому рептилии, не знаю, я бы уж лучше бы это была рептилия, какой-нибудь хамелеон, блин. Собака в Австралии защитила ребенка от змеи и сама откисывая. Может, она просто против змеи была, а не защищала ребенка. Давайте не будем вот додумывать, как вот этих ваших заголовках копирайтеры делают. Может быть, у них конфликт был, и собака убила змею, потому что она не любит змею. А ребенок просто так здесь оказался по случаю. Мы же не знаем, всей правды мы не узнаем, братцы. Приравнять собак, ну нет, разные. У меня был реальный мой случай, я вчера рассказывал. В ветеринарке мы кота водили, и там было два питбуля. Один из них был без намордника. Они, по идее, должны быть обколотые чем-то, наверное. Но я что-то напрягся немножко. Питбуль, два. И там еще, видимо, хозяева этих питбулей. Здесь такие, а ваш откуда? А мы его там-то взяли. Один еще из них был какой-то мужик, бля, полупьяный. Я думаю, да ёб вашу мать, что за прикол? Это же питбуль. Знаешь, что раньше делать, братцы? Может, выйти надо? А вы не можете подсказать, что раньше... А, ну, блядь. Просто кто вообще работает с бойцовыми собаками вчера? Это просто эксит, да? Все, что ли? Здорово, выходить с кассета. Собаки на заводах — это пиздец. Недавно ездил устраиваться, думал, меня там нахуй загрызут, блин, даже. Но их прикармливают работяги. Надо с собой нож носить. Ну и как тебе нож поможет? Можно узнать. Так, смотри, я что-то не вижу, просто подойдите. Давайте зайдем к нам домой, посмотрим, что здесь есть. И потом пойдем на выход. Похоже на мои домики в Майнкрафте, честно говоря. Надо перцовку, но перцовка может поможет. Я не знаю, что вам поможет, на самом деле. Я вчера читал статью, как от собак защититься. Если на вас стая нападает, ну там прикольные советы. Ладно, если уже напало, обычно вы просто идете спиной, обходите их. Если там завайл, ну у них вообще вожак, короче, пиздиться нужно с вожаком. Обычно он всех подначивает, просто на него, ладно, там не было этого. Ну, короче, захуярить нужно вожака. Они... Либо самим в стае сбиться, это не шутка. Типа, если у вас собака, вот, говорите, мужики, давайте-ка в стаю собьемся. Короче, собаки только в стае, оказывается, нападают. Кто тут вожак? В чате? Не знаю, кто больше всего задонатил. Ну, пока что тротилы, наверное. Палец в зубу, собаки же ворочились, рожало. Реально, это... Нет, вожаку надо палец в жопу засунуть. Как-то это странно. Мужики, держите вожака, я сейчас его буду в палец в жопу засовывать. Чтобы он перестал быть вожаком. Девочки, что подбираешь камень, обычные дворняги нахуй идут. Ну, по-разному, кстати, они же тоже все. Короче, зависит от количества стаи. Не, я однажды папкой отогнал от себя, но там маленькая стая была. Короче, вот, самое главное, спиной прижаться, говорили. Не, туда не хочу идти, что со мной? Забьюзили немножко. Тут какой-то мутант, что дядька это, да? Печень найден, мозг найден, почка найден. Стоп. Блять. Мы не все, что ли, прошли? Что за хуйня, ебать? Пацаны, что это? А, я не могу выйти, что с вами происходит? Бля, нет, пожалуйста, нет, пожалуйста, нет! А, все, вот дверь. Стоп. Показывает всегда. Сюда показывает. Куда? Чуть я... доброе утро.
Как-то завтыкал. Подождите, здесь разве я не все вычистил? Спиной к стене прижаться, чтобы вожак тебе лапу, варус не суру. Да блин, хватит выдумывать, это реальные советы были полезны. Короче, вам нужно пройти мимо стаи. Но если на вас стая напала, надо прижаться спиной и целить вожака. Судя за игру Марта, у меня просто сабдей, поэтому... Ты реально злишься, ребят? Ты меня злишься? Скажи честно. 9000 отзывов, это, кстати, популярная идея. Вот сколько... Чище, братцы, бля. Это был последний твой рейд, да пожалуйста, нет. Блин, наверное, не получится, я хочу заново проходить это все. Вот где маркер опять? Блин, братцы, можете себе пообъяснить, почему маркер-то? За 3 сотенных бумажки. 9к отзывов. Вы мне теперь вот сами давайте, блин. Это вы, потому что инди-эксперты. Я уже в прошлом инди-эксперт. Объясните мне вирусную популярность. Ну, допустим, в общий стиль мы понимаем, почему такой. Кислотный, с насилием. Вайп уловили. А почему игра плохо выглядеть должна? Бля, нет! Ну нет! Ну нет! Ну что, я заново это буду все, ну вы рофлите. Эмоции притуплень. Ладно, давайте один раз заново. Надо начать говорить, чтобы собаки разбегутся. 9 кадров. Ты будешь знать, как брать таркоманские реквесты. Ну, кстати, да он нормально на самом деле выглядит. Я просто не знаю, почему, типа, играется нормально, выглядит плохо. Ладно, давайте тогда не будем время терять. Поосторожней, там большая часть народу нанимает серьезную охрану. Я просто, ребята, если бы у меня хилка была. Не знаю, мне нужно беречь гражданских или нет. Ща. Ты взрываешься, потому что хп в минус идет. Быстро хиляйся. Ну как хиляться-то будут, бля? Может быть, у тебя все это время аптечка была какая-то? Ну вот. Не, ну он сразу же мне все хп выжирает. Ну как я буду это проходить-то, блин? Ну давайте заново. Что сейчас делаю? Эта игруха, это мод на Morrowind, но... Скоро будет Morrowind. Скоро будет Morrowind. Сегодня Oblivion будет, кстати говоря. Я хуй знает, как хиляться, поэтому написал как-то. Спасибо, доктор. Спасибо, доктор. Просто я думаю, что это из неразборчивого почерка. Посторожнее там. Это научит его. Как? Аккуратно. Понял, Кейк. Понял. Все, ребята. Все понял. Воспользуюсь вашими советами. Спасибо, что их даете. Ты реально не любишь Oblivion, да? А там будем артефакты искать. Только я старым персонажем буду играть. Можно так, давайте загрим дядьку, допустим, да? Ну как? А, придется сивилинов тоже убивать, потому что... Братцы. Анимешку убил. Сердце Азиса будем искать? Нет, из-за этого в этой игре было. Что сердце Азиса? Нет, знаю только генератор эдемских куч компактный. Ну. Вот где мы сейчас? Ага. Пошел плотный Doom вайб, ребята. Любите Doom вайбы? Да почему здесь хива-то реально нигде? Вот что это за глаз? А-а-а! Ой, давайте я лучше буду всех убивать, кто не бегает. Прав ли здесь? Все, понял я, вот в чем дело. Зрич постоянно отъебывает на Android, тупо черный экран вместо трансляции. Я не знаю, писать в саппорт мне даже ответили один раз. А вот в Твиттере не отвечали ни разу. Я ни разу не было на iOS, или это какая-то шутка? Просто я очень люблю все, что связано с Apple, но у меня ничего нет Apple. И я пробовал прилаги, проверял на iOS, на iOS, короче, все дерьмово работает. Я думаю, что всегда Android это кал. Ну, типа, потому что он бесплатный или как-то работает. Условно бесплатный. А на iOS все прилаги должны быть качественные, потому что это немножко для другой
касты пользователей. Привет, это Мечпанк, Мехпанк, Мечпанк, из-за тебя уже попали в просак, блин. Здорово, Марс. Это Мехпанк, да. Ты сказал Doom Vibe? Да, именно это я и сказал. Sorry за слово Vibe, просто мы здесь иногда английские слова, то есть зумерские слова используем. Ну вот зумер, например. Извините, что я использую слово Vibe! О, нормально. Вот можно, смотрите, по одному хилиться, я так понимаю, да? Вот где этот чел, блин? Раз и два. Два, что ли, осталось? Потом на выход идем. Какой касты пользователей? На западе Apple телефон для нищих, если что. Ну, я вот и хотел сказать, для западной касты пользователей. Android для китайской и восточноевропейской касты пользователей. Или так работает? Что не покупают, кроме меня? Ну, там просто у них у всех есть. Вообще-то... Надо считать, что iPhone это роскошь, понятно. Я уверен, что на iPhone можно только заработать сексом. Либо взять в кредит. Давно это в чате не обсуждали. Скорее бы посмотреть на людей, которые могут купить iPhone себе. Вы люди, которые могут купить iPhone. Вы знаете что? Я вам хочу сказать. Вы занимались сексом. Поняли меня? Вот и все. А у меня за свои деньги Android у меня, и у меня секса ни разу в жизни не было. 5 здоровья поглощено. Эх, вот бы телефон в кредит. Вы, понятно, вы в кредит взяли. Но мне нравится, не знаю, я кредит пока еще ни разу не брал. Но на что обычно? Мне кажется, самый топ кредит взять на свадьбу. Я думал, их уже отключили, не работают пока что. Блин, в Сталкер захотелось поиграть. Я буду в Аномали играть. Вы придете меня поддержать, ребята, кто-нибудь из чата? Это будет вот как раз, когда Kingdom Come начну после реквестов. Да не, на самом деле в Crash Squad что-то есть, но... Пока что для себя, своим опытным глазом, по мне так не скажешь, но я считаю, что я инди-эксперт. Я бы тоже делал ставку на то, что кто-то из инфлюенсеров завирусил ее, потому что что-то прям шибко пиздатого не вижу. Но она реально играется, она стреляется, арт-говно. Ну типа шутки про соус пензории, взорванные гениталии, торговлю органами и вещества, честно, для меня не очень новые они. И без шуток, если говорили про мехпанк, еще про что-то, вот... Всякая ёбнутая психоделическая хуйня, вот не знаю, есть какая-нибудь песня мяса, вот этот вот Golden White, вот это пиздато выглядит, без шуток. И не потому что Даниила просто. А это выглядит как-то, я не знаю, ну никак не выглядит. Ну ходишь, колобродишь, честно говоря, не вижу ничего пиздатого особо интересного. Мехпанк! Мехпунк! Блин, забыл, как спуститься, брат. Сама, давайте посмотрим еще на следующий стейдж, интересно стало немножко. Готика, да ты, да сколько можно про готику говорить? Теперь еще весь прикол в том, что никто не поверит. Теперь это уже не мои мемы, блин, все будут говорить. Ага, понятно. Это как Вова Вис. Помните, я придумал Шкире, во-первых, рассказываю вам историю, как я придумал Шкире. А потом у меня в игре, короче, Вову Вис-то я не мог найти, помните? А потом, короче, в готику играл много лет, помните? Так вот. А, вот что это такое. Зум какой-то. Я рассказывать по 100 раз тебе и не буду, потому что надо на стрим приходить с самого начала и сидеть 12 часов до самого конца, потому что каждый стрим это уникальный штучный продукт. И если пропустил один стрим, ты уже просто утратишь связь со стримами и не будешь понимать, что происходит. Нельзя их пропускать, нельзя ни в коем случае. А если пропустил стрим, надо вкладку хотя бы открыть, правильно? Чтобы не терять связи, блин, братцы, сейчас... Блять. Плохой звук, тогда преимущественно. Но там тузик взорвался. Нет, расскажи, нет, расскажи, нет, расскажи. В общем, когда я учился в колледже, ПТУ, так называемом, мы с ребятами часто дурачились и подражали всяким сленговым выражениям, не знаю, там какого-нибудь арго, либо акцентом. Вот. И иногда акцентом иностранным подражали, говорили, блядь, тяжкие нахуй. Вот, часто так, просто шуточно так делали, любили дурачиться. А вот потом оказалось, что эшкире, у меня украли часть вот этого. Там еще было одно слово, оно было кишмабель, но его никто не украл. Слово кишмабель осталось со мной. Поэтому, ну, смотрите, если мало ли кто-то из рэперов когда-то скажет кишмабель, вы знаете правду. Правда в том, что... Версия приложения Twitch Android устаревшая. Готика лучшая, согласен здесь. Трансали игру, чтобы настройки стали активными даже. Звучит брутально.
Но, наверное, он не подойдет для рэпа, это слово, поэтому его не украли. Так, брат, смотрите, остался последний человек. Напоминаю, если запутались в сюжете, я за ним слежу в этот раз. Я работаю на могущественную организацию, которая дает взайм. И вот стартаперы, вместо того, чтобы организовать бизнес, который они обещали, они все потратили вот на это. А что это, решайте сами. Это может быть чем угодно. Элитным жильем, наркотиками. Ну, короче, деньги они потратили. И теперь... Почему-то я должен их нейтрализовать. Кстати, понимаю, какая в этом логика, никто же не заплатит. Кишмобиль. Скорее, какое-то название для симфоник металла. Блин, давно не слышал симфоник металл. Надеюсь, не скоро услышу. Самый мой нелюбимый металл. Какой у вас самый нелюбимый металл, без шуток? Должен быть. Тот, который вы ненавидите. Наверное, тоже плохой человек был. Я ебу твой бабиль, на улице стоит кишмобиль литий. Тоже симфоник, реально. Хотя, ну, у меня из-за вокала часто, но еще из-за инструментов, которые туда влетают. Ну, дескор мне нравится, да. Ну, дезметал мне тоже нравится. Но дескор это не металл, нужен прямо, чтобы метал был. Метал в названии, дескор это все уже. Здесь и полностью симфо блэк метал. Блин, блэк... Мне в блэке часто вокал нравится. Вот где эта херня была? Вниз, да, в подвал идем. Пробую паштелс забахать. Вот там было темно, кстати, я не знаю, что делать. Может, вот здесь если должно быть? Бля, не хочу в подвал-то залетать. Но дес и мне нравится, особенно дум дес. Блин, дум... Вот был бы какой-нибудь кайфовый дум, который был бы прямо думовый, медленный, я бы его слушал. Но я что-то еще один не нашел. Но я особо и не искал, честно говоря. Все, ладно, я прошел, брат, только поподняться надо. Стоп, я под водой. Нормально. Ну ладно, вроде бы. Мне Сабатон не нравится. Можно его хейтить? Он, сука, звучит как кау ебаный. Сабатон это... Это же ивент, который украли на Твиче другом. Короче, а что будет? Ты не прав. Сабатон это когда человек стримит 100 часов в день и спит. Что за игра впервые вижу? Ну, я много кто впервые видит. Ну, какая-то странная инди, которая завирусилась в итоге. Благодаря кому, не знаю. Я, честно говоря, пока что не испытываю никаких особых эмоций. Но отрицательных тоже не сильно много. Ну, давайте покатаемся на тачке и домой. Второй стейдж я прошел. Вот у меня и так был Сабатон 15 дней, или это не так работает? Но если бы я комп не уфал, когда сплю, был бы Сабатон. Погнали вас еще дальше. Время 10. Парадайз. Мы заметили, что Git Advanced Orbital Instruments уже слишком хорошо делает свою работу по обезопасению нашей миссии на Меркурии. Процент выживших, который уже составляет примерно 2-0%. Так не пойдет, ведь это в первую очередь жертвенная миссия, сделанная целью ублажить аппетит некоторых начальников. Когда ты избавишься от него, мы сможем свободно установить своего гида, который лучше знаком с концептом массовых человеческих жертвоприношений. Но мне только гендира нужно убить. Давай посмотрим. Хорошо, я согласен. А как... Начать задание. А, давайте выберем, может, какие-то новые пушки есть. Почему у меня нет новых пушек? Телескопическая дубинка. Хер, мгновенно стал хитом среди элитных существ. Стоять точно из трех невероятно точных выстрелов. Скорее, при этом приемлемо отдачу. Но оружия здесь, кстати, немало. Повезло, он на каких-то вангеров еще местами похоже, но... Это субсущество, именно это он. Ты ничего не понимаешь, это сортиры на корпоратов. Но я, честно, особо не взбудоражен, вот, если что. Но, во всяком случае, это говно еще могло бы и не играться. Не-не, не вагнеры, вангеры. Не перепутай, блин, это важно. Че, можно плавать? Вау. Шейдерная, да, вода здесь. Я не могу всплыть почему-то. Теперь, брат, Хай заставили играть в хорошую игру. Да нет, это популярный инди. Смотрите, мне просто впадло сейчас. Я могу там... наверное, это какое-то должно... Нет, это нормальный чел, при том заказывал, я помню. Хочу посмотреть, что дальше будет.
Выглядит обычно пока что. Просто меня смущает тогда, что обычно выглядит. Чуть, если бы что-то более портовое было, либо портовое, либо более артовое, либо более странное, я бы, наверное, больше в восторге был. Чё, посмотреть, что здесь из... Прекрати, сори, всё. Что хочешь, начать рыбачить? Думаешь, ты реально на это способен или просто занимаешься всем, что модно? Когда я начинал рыбачить, все равно смеялись. Теперь у них хватает наглости просить у меня совета. Пошли они нахуй. Эл, но ты сам проплыл сюда, так что может ты не такой, как все. Можешь забрать мою старую удочку, только что заказал новую из Fish and Fun. Должно быть неплохим апгрейдом. Можешь забрать. Спасибо большое. Давайте порыбачим. Еще и как-то ебать. А для этого не нужна там эти черви, вот эта хуйня вся. О, че, поймал что-то? Обычно такие комменты Махион и ждут люди, которые что-то такое делают. Но нужно писать, цена 18. Надо писать, что курил Аффтер. Аффтер, что курил? Надо говорить. Ну, ну раньше так поставили, но это под любой игрой писали, неважно, что это. И я не понимаю. Не знаю, здесь дохуйня какая-то часто. А так, не знаю, может, что-то интересное будет. Рыбалка интересная выглядит. Аффтер жжет. До червя надо поплевать и для подкормки харкнуть. Твич кровавый Мэдисон, ё-моё. Че, это реально денег стоит? А давайте все выловим здесь. Автор Травакур, нужно говорить, да? Ну и упячка у вас. Экшен, ну сейчас экшен на валюте, ты просто не сначала смотришь, блин. Я только недавно узнал, благодаря сцилу и видосам, что мотыль это кровавые личинки, а не мотылек. Просто прикиньте, это специально, наверное, мужики придумали, чтобы скамить жен, да? Ничего, Зинаида, мотыль в холодильнике полежит немножко, а там хуяк банка с червями, какими-то кровавыми опарышами. Это реально эвфемизм, блин, мотыль страшная вещь. Видели? Может, вы, мало ли, вы не рыбак. На мотыля, что смешного? Ох, это... Я бы на эту есть, мормышка это называется. Она бесконечная, нахуй вообще что-то тратить, если можно на бесконечное, на блесну ловить. Мотыль... Ладно, давайте, половили. Да на хлеб клюют у тебя, да? Ну, наши чуваки, когда в школе учились, даже до харчу умудрялись ловить. Как у нас называется, мотыль. Чего только не видно, ладно, ну опарыш неприятно выглядит. Ну, ловить рыбу прикольно, наверное, не знаю. Я ловил в детстве, я помню, но мне просто мужики веревку на палку привязали, леску искали. Ну да, кстати, я даже так ловил что-то. Это значит, что там много было рыбы, что ли, в реке? Ну каких-то мелких, мелкие хуевины я ловил. Блин, не понимаю, это куда-то реально идет или нет? Рыба. $15, понимаете, сколько у меня денег сейчас? Ершей. Да я не помню, в детстве все было весело. Но у меня вот из детства воспоминания, типа, это по поводу игр детства, всегда рассказываю эту историю. Весело было, короче, 13 рублей взять у родителей, купить зажигалку и реально тебе весело поджигать всякое. Вот, может, так делали? По поводу того, вот сейчас, наверное, такого же удовольствия не доставит. Вначале, потом чуть газку оставить и еще ее ебнуть феерично с хлопком в конце. Самая лучшая игрушка детства, вспоминаете? Не знаю, что приносило столько удовольствия, как зажигалка. Было-было. Сейчас такого уже не делают. Автор долбоёб. Что-то опять... Или это старое какое-то сообщение? Че еще, братцы? У игры, кстати, 9к отзывов, братцы, поэтому... Если вы думаете, что это какой-то ахуй непопулярная Индия... Приценники в 100 баксов. В 100 баксов, в 10 баксов, да? Бля, ссыл бы охуел, наверное. Но я ничего плохого не вижу, честно говоря. Оверхайп, пожалуйста, вижу.
Ну, Аксу это верно сказано. А ты не играл, кстати, на Эоне? Не знаю, как залезть обратно. Ну, блять, ну вот начинаю злиться из-за этого крайним образом. Сука, дай подняться, он не плывет нифига. Помощь дай! А, вон там, наверное, лесенка есть, да? Баллончик взрывать в костре, бля, ну это опасно, наверное. Я слышал истории от чела, который патроны в костер кидал. Это правда? Это же еще более опасно. Ты же должен был понять, что я мало во что играю. Ё-моё, нифига себе, нет, ты много во что играешь. Мало играю. Но шифер, он же взрывается, блин. Бля, пацаны, пожалуйста, пожалуйста, пацаны, помогите, пацаны, как залезть обратно? Блин, спасибо большое, Лупилька, за рейд, я не заслуживаю, я не знаю, что сказать. Спасибо тебе большое за рейд, я тебе все отдам, слышишь, я все тебе верну, я буду стараться. Привет, ребята, я играю в Инди, любите Инди. Cruelty Squad. Поздравляйте с галкой, просто обычно про такое не пишу. Я тебе хотел лично написать, но я думаю, это будет сталкинг, наверное. Поэтому, а в чате тоже так играет. Поэтому на своем стриме, я могу делать все, что хочу. От всей души, от всего нашего исправительного трудового коллектива поздравляем тебя, Лупинка, с тем, что твои заслуги, спасибо большое за фол, ребята, отметили. Все тебе наилучшего и боже храни Америку. Ура! Да все, все, только я так говорю. Спасибо за фоу, ребята. Если мало ли кто-то фоу прожмет, буду признателен. Не могу подняться. Хотел научиться рыбачить, но спасибо, ребята, если что. Вы видите, фоу гоу вот 4 из 10. А когда фоу гоу заполнится, угадайте, что будет. Так, сейчас, брат. Спасибо тебе большое за рейд, привет, ребята. Плыви уже к берегу, там доберешься. Блять, я не могу то есть я очень сильно начинаю злиться, хочется. Нельзя так говорить пока что. В моник въебу сейчас. Я не могу из этого кисия вылезти. Начинаю злиться. Как, где лестница? Почему я не могу залезть туда, куда хочу? Вот там лестница, это она, нет? Нет. Вот здесь, где подняться, ребята? Если видите лестницу, буду признателен вам. Вы записаны в лист инагентов, ё-моё. Чуваки, лестницу кто-нибудь видит? Нет? Не понимаю, как плыть, может, я какую-то кнопку просто не учитываю. Ну что, я обратно, что ли, сейчас буду? Все заново нужно? Хотел рыбу плавать, хотел удочку взять. Блять! Ну вот он на дно, рестарт. К зеленому берегу и по бережку дойдешь. К зеленому берегу? Вот там был берег? Так это уже и есть возвращение, можете не отдавать. Возвращение уж. А, все понял. Не могу передвигаться, не могу передвигаться под водой, очень медленно передвигаюсь. Это слит пиздец, не понимаю почему. Бывает такое, любите? Так у геймеров часто бывает, поэтому игры замещают приступ неконтролируемого гнева. Ведь ничего страшного не происходит, но сразу же захотелось сделать что-нибудь жуткое. Вот, я вышел, теперь я могу... Стоп. Блять, shift не работает. Вот как я на зеленый берег-то поднимусь? Взяли фу, смотреть, 40 секунд хуйни. Я бы столько не пережил, наверное. У тебя сопля на экране, ничего страшного. Я недавно пришел, короче, уже рассказывал, вон там какой-то подъем есть. Пришел бриться, вот именно за это и был наказан, кстати говоря, шуточной бородой. И у меня зубная паста была в бороде. Еще такой, что-то паста зубная. И стало так неловко. Ну что, заново начинаем? Или просто я только что удочку получил, вот рыбалка. Может, видите, игра дерьмо просто, вот и бесит. Да у тебя все игры дерьмо, то есть и за Инди не выкупаешь, тебе может быть это самое, поиграть в этот. Во что вы там, молодежь, играете? Ну, этот в твой Пеппи Пуп Тайм, может быть, будешь играть тогда, а? Или SCP Foundation, какая-нибудь хуйня очередная. Это Инди. В духе этого самого Уильяма Бероза, да? Тарзана, который написал. Форт Нути или Баба Джи? Пеппи Пуп, моя любимая франшиза. Бэйби Пуп, правильно говорить. Бэйби Пуп Плейтайм. Пуп Тайм. Здорово, свинота. Ратя ведь. Ну что там, рассказывай. Как преподавание проходит? Всему уже обучил наших ребят? Подготовил их ко взрослой жизни? Ладно, попробую экшен на лодку прожать, может, сработает.
Я не знаю, такой Жора Крыжовников нам нравится. Давайте я запрещаю, ребята, запрещаю обсуждать всех, кого я не знаю. Знаю я всего пару людей. Бэткомедиан мне нравится. Всех ютуберов я под запрет ставлю. Этот Вилсаком такой толстый дядька, он про байфоны рассказывает, технику всякую. И еще Айтипедию я раньше видел два видоса. Он там игры засирал себе, что у него тоже был колледж, какой-то толстый дядька, короче, он в игры играл. Бля, Сцил, сейчас ты охуеешь, братан. Как тебе такое? Как тебе игра, во-первых? Давай так. Просто я уже про нее прочитал до этого. Хочешь открыть ее страницу и посмотреть, сколько продано копий или нет? Вам придется заново начинать, да? Сука, блять. Так, сори, братцы. Ну ладно, тут какой-то тебе очень понравится игруха. Идея у вас редко, а подняться без шуток, потому что еле плыву. Может, оружие нужно убрать просто. Здесь рыбалка есть. Я же удочку забрал. Бля, я должен был на лодке плыть, да? Сука, ебаная, блядь. Так, давайте все. Хуй, сука. Не люблю, когда заостреваешь где-то и вот. А! Все, я думаю, что я под водой начал. Может, лодка была интерактивная в итоге? Сука. Ладно, давайте попробуем понять. О! Вот там лестница была, да? Блять, реально не понравился культик. Так его издавали, Девольвер, ты рофнешь, мне понравился культик. Ну это плохой дядька, у него было оружие. Ну короче, вкратце здесь торговля органами рыб, акции, шутерная составляющая. Много игр в одной. Бляха,